Балдеж, Спасибо. Слава. Че, вы ставите? Че ты сделал, да? Давай, ставь, 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 быстро! А что такое? Бабло летит! Нам сейчас все, тут пиздец, сайт просто раздает бабки. Он раздает. Сайт просто деньги отдает, я не знаю. 1,5, кармай, 1,5. Так у вас два, два, тут на, заходишь на сайт, написано, раздача бабла. И благотворительный сайт? Да-да-да, сегодня был отрицательный день. Ты на 1,5 ставил, короче. Ёбан... Я на 5 ставлю. Ёбаный соус, бля. Бля, все, благотворительный закончилось, как Слава зашел. Я на 1,5. Это вип будет стоить после 350 слимзов, да хуй знает вообще будет ли он или нет. Надо уже випки давать, знаешь, типа, грубо говоря, ну, как бы, блять, по наблюдениям, так сказать. Краши, краши, а ты иди в пизду! Лысый хуй сидит, сидит, там жрёт пиццу уже на кровати. Общался, короче, слышишь, с этим, с Илюхой, Ксайлом мне там консультировал, с своим другом, с Илюхой. Не Ксайлом, блять, по поводу объектива, нахуй. Что? Да ничего, забей. Я вообще не знаю, что я сказал. Бля, ебать я здоровый, нахуй, я вообще в шоке, блядь. Дару, дару, дару. Все, сайт просто деньги раздает, посмотрите. Дару, 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 дару. Слав, заходи, Слав, что тебе базарил, он просто деньги отдает. Дару, 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 дару. Слав, заходи, блядь. Дару, 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 дару. Бля, балдюш реальный, бля. Так, 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 кукушка, пропой. Слав, ты что сегодня стримишь? Бля, я думал, может, десит ёбнуть. Бля, можно, можно, кстати. Не хочешь? Бля, я в КС, уже... бля, я не знаю, я так, я не знаю, дядь. Я в КС уже, я, блядь, ну, каждый день по 17 каток играю. Надо сделать голосование, бля, понимаешь? То есть во второй половине стрима я думал что-то собрать, знаешь, такое... Братан, сейчас пятёра будет, сейчас одну секунду, одну! Чёрный Пухов, спасибо за субскрипцию, Олег, спасибо большое. Всё! Стой, просто деньги раздаёт! Чё такое? Блин, 1000 баксов! Ты чё, ебан? Хвади, хвади! Беги с ними, братан! Братан, это на хаос, я на хаос снял! Хатик, фильм просто охуенный, пиздец. Я узнал, сколько будет стоить, слышишь? Слав, Слав, слышишь? А. Давай мы тикток сделаем, стример хаус, и там будем, короче, звать это, Владимира Владимировича, там, эту, ой, не Бузову. Надо. А, Бузову надо. Галкина, Михалкова. Владимир, там... Владимир Владимирович. Хантик фильм просто ебанутый, у меня после него башка скрутила. Бля, дядь, у тебя тоже мозг как-то свело аж, блядь. Он да, очень, да, он очень, он начал заставлять просто переворачивать сознание, он волшебный. Да, да, мне перевернулось вообще яйцо, но... Вообще реально балдюжный, я от него вообще в восторге, бля, мне реально понравился, бля, реально нереально понравился, я... Все, ухожу, короче, нож за, тысяч... за 900 баксов. Все, мучаюсь, сейчас приду, Слав. Давай, давай. Мету! Дару, 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 дару. Так, стоп, 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 стоп. Дару, 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 дару. Дару, 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 дару. Что делать будем? Смотрите, мужики, давайте, я думаю, проще всего, знаете, как решить этот вопрос. Просто провести голосование, ебать. Просто провести голосование, и все будет конкретно, предельно понятно, предельно ясно пошло. Ты, сучка, нахуй! Рот, я не могу! Смотрите, привет, короче. Слава, прочти. Дару, дару, директ. Директ от Пулатов, подчеркивание. Бля, у меня телефон садится, братан, вот чем зашнивал. Это очень важно для меня. Родники, спасибо тебе за субскрупно бустера, да, спасибо. Так. Здорово.
Фу, блин. Здорово, Хатик. Здорово. Костыч. Айфон? Я тебя добавил, я тебе отвечу потом. Че? Родники, спасибо тебе за субскруп на бустера. Да, спасибо. Ой, бля. Пашок, спасибо большое тебе за полгода в этой субскрипции. Дай бог тебе здоровья, дай бог процветания. Ты купил себе телефон? Да. Бартанчик, мое поздравление тебе, бля. Первый айфон в моей жизни. Береги его, Бартанчик. Ты на него сам заработал, ты красавчик. Я ебал твой, реально. Спасибо тебе за субскруп на бустера. Да, спасибо. Самсон, спасибо тебе за субскрипцию, спасибо тебе большое, братанчик, бля, дай будьте здоровья, бля, благополучия, процветания, бля, реально с его самого не лучшего, но незабываемого, бля, понимаешь, бля, будь реально счастлив, бля. Здорово, мапки. Здорово, Кристантик. Здорово, Костыч. Здорово, Бустер. Короче, мужики, давайте сделаем, слышь, сделаем голосовалочку небольшую, бля, чтобы понять, собственно, что выиграет, вообще, что лидирует, блядь. Десит, внимательно. Во второй половине какой-то ERL контент будет. Смотрите, Десит, CSGO, что еще остается, я забыл. А чем вообще, какие еще игры существуют? Дота. Не слушайте его, не вписывайте Доту. Спасибо тебе за субскруп на бустера, да, спасибо. Не надо, не делайте этого, блядь. Так, ну, по-моему, и все, блядь. Ну, Форд, не, Форд. Родники, спасибо тебе за субскруп на бустера. Да, спасибо. Не. Родники, спасибо тебе за субскруп на бустера. Бля, а что там этот паровоз, хайп? Или как его там? Хайп трейн, блядь. Ебать. Yes. Слышь, а, реально? Ага. Мне вообще что-то не показывает этих уведомлений. Третий левел пошел. Спасибо, мужики, спасибо за субскрипции, бля. Дай бог здоровья, реально, блин. Так, сейчас, секунду. Слышь, Слава, ты что, первый раз Остров Проклятых смотрел? Слушай, я его смотрел, блядь, знаешь, когда ты еще не родился, братишка, а тебя, блядь, что ты еще, знаешь, Вичик сидел, блядь, ебаный сырник. Здорово, пацаны. Да, нихуя КС выигрывает, какого хуя. Потому что КС топчик. Бля, Зарк заеб... Ой, бля. Стойте, сука! Солнце мое, взгляни на меня. Моя, да, сука! Огонь превратилась в кулак. Если есть порох. А, короче, вопрос такой, ребята, реально, блядь. Смотрите, либо... Ну, можно еще, ладно, давайте еще гонки впишите, я не знаю, блядь, ну, чё. В гонке я просто, понимаете, в гоночках я один буду, блядь, как бы от меня все отвернутся в гоночках, блядь. Никто со мной не будет в гоночке играть, или меня никто не уважать не будет, блядь. Да и вообще сейчас все нахуй разошлись, понимаешь, я уже один буквально сижу, блядь, в слезах, ебать. Так что, смотрите, а кто вообще, кто-нибудь может голосование сделать? Или оно уже есть, я не понимаю. Да, уже выиграла КС-ка. А, уже КС выиграла? Да. С каким счетом? 55%. Бля, да, я сделал. Как делать? Пол? Да. Пол. Ну, просто пол локер. Ну-ка. Пол. Пол. А чё пол? А, вот. Да бля! Чё это за хуйта? Во что рубить? Десит. CSGO. Гоночки. Блять, я ничего не понял. У меня какой-то экран врубился большой. А, F1. А у меня голосования нет, как понять, сука! Ну, братан, КС-ка ебёт? Да, в жопу просто всех. Вообще выебал. В ноль? В сраку, да, просто выебал всех. Ноль. А какие проценты, скажи? Здорово, Люк. Здорово.
А гонки там еще отлетели. Валерон, родники, спасибо тебе большое. Ярик, спасибо за субскрипцию, бля. Спасибо, мужики, всем за сабсы, за субскрипции, бля. Здорово. Благодарны реально, бля. Илюх, озвучь проценты, что у нас с процентами? У меня нет почему-то этих. У меня хайповоз. Блять, висит 35, CSGO 50%. А, увижу. А, не, не вижу. Не, висит 70, CSGO 20 и гоночки 10. Бля, не, CSGO 50, дядь. Меня Илюх пытался наебать, да. Ебать-ка. Ну ладно, пойдем тогда, слышишь, чуть-чуть это разогреемся, бля, в CSGO. Валерон, спасибо тебе за 1555. Иван строго. Иван строго. Иван, его же реально Иван зовут! Ты почему-то мне закупил? Сука, тварь, блядь! Ебаная, блядь! Паскуда, блядь, Иван, блядь. Приветики. Иван строго, блядь. Иван Шурупов, блядь. Красавец. Самый маленький Шуруп, блядь. Красавец реальный, блядь. За что ты мне так? Спасибо. Я тебя, наоборот, люблю, твой хуй обожаю, блядь, слышь? Ну ладно. Ой, бля, меня что-то от кофе так торкнуло, нахуй, я ебу, у меня вообще слишком будто глаза... Это выпало. Не от кофе, братан. Это от кофе, от кофеина, блядь. Не бы сказал... Все, у него пиздец, кукуха уехала. Я опять ухо проебал, правда. Родки, спасибо тебе за субскруп на бустера, да, 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 спасибо. Я левый проебал, у меня так в одном ухе Парутури, а? Родники, спасибо тебе. Членикс. Да, да, спасибо. Членикс он. Слушай, все за КС проголосовали, братан. Да, да, пацаны, в КС идете? Да. Ау. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7-8, Вадя 9, да, конечно, он сказал, что будет. Так, и нужен последний, кто плюс. А, ну давай Пашка Бисикса. Бля, Кензору тоже, ну ладно. А, давай-ка, ну Каню напиши, не знаю, напиши ты кого-нибудь просто. Позовешь пока? Сейчас я и Пашку, бля, хотя двинемся, да, сразу хуёво. Опа, Кайныч залетел уже. А вот, слышь, вот он, Андрюшечка, Андрюха. Дрон! Уже тут как тут. Здорово, Брэн. Так, сейчас Вадя напишу. What's up, Бури? Пацаны, короче, там пикайте, сейчас я приду. Давай. Солнце моё... Somebody was talking, say, what is going on with me? Ain't no my gun in the shell. Здорово, Кань. Здорово. Дар. Сейчас сторис запишу, мужики, бля. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie? Don't cry my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Case is fumes. She fill my mind up with ideas. Hope I make it out. My будильник. Save the baby, бля. Сай, это бобёр, бля! Здоровенный, бля! А? Ты не 5 минут что-то произвел вообще? Зарк, ты заимпрувился. Чё, Кайн? Ты заимпрувился? Ну да, я последний ебал. Красавый, лучший. Ты видел, как я ебал вообще сейчас? Да вообще нереально ебал. Нихуя волна, блядь. Я волна.
Нам один нужен. Я волна. Здорово, бро. Здорово. Здорово. Всем здорово! Быстро продолжу фразу. I'm a nest. А я Липтон. Кто он, друзья? Фрип? Получается. Бля, рыбчину уважаю, пизда, бля. Пожелай мне удачи. Немножко не то. Похуй. Костя, пошел ты пизду. Я бы залетел туда. Ну что, ребят? Не-не-не. Нам один нужен, пацаны. Так, каравай Вадик сопа, не? Да-да-да. Post on my Instagram, could he pussy nigga be snitching? Everybody acting suspicious. Might probably say that I'm tripping. Генсуху, да пизду! Не хочу! Да-да-да. Че ты хочешь? Смотрите видос. Ну там долго, мужики. А? Бля, реально качает нас. Давайте я пацан позову. Короче, какого? Рики Ди, блядь? Стикса. Стой, а стоп, кого? Нам что, у нас же вроде все, или ты кого-то здесь не уважаешь? У нас 9. Нет. И Вадя, ты говоришь, бустер. Да, у нас 9, и Вадя мне пишет. Сейчас, подожди. Идешь? Все, пишу Пашку, Пашок. Подожди. Так какой Пашок? Стой, а кем мы Зарка убалансим? Это вообще говно же. Ты что, гонишь, что ли? Бля, без обид, братан. Ты гонишь? Да извини, блядь, не слушай, закрой уши. Слышите? Пашок вообще, честно, почему? Пашок, привет, он пишет, чё? Ничего. Ваня пишет, он через 10 минут только будет. Все, у меня чел через... Нормально, 10 минут пройдёт, там разомнись, там покричи. Пока поделимся, пока там грушу побьёшь, пока то, да всё уже пройдёт. Ты чё, на слот есть ли Пашка или нет? Да нету кровати, по идее. Ну, у нас 9 час, и Вадя 10 кровать. Не, ну, слышь, Дарк уходит, короче. Не, ну просто реально Зарка никак не забалансит. Мужики, спасибо за 666 тысяч подписчиков. Какие мамки, блядь? Давай, давай. Ты чё, нахуй? Ты не играешь как мамки, блядь? Стоп. Давайте один на один. Если ты выигрываешь мамки, ты остаёшься. Если проигрываешь, то срака бурури. Идёшь нахуй. Ну тут такая ситуация, то что... Давай. Сколько минут твоя трансляция, Люк? На моей трансляции? 15 минут, нахуй. И тут чел пишет, когда будет стрим у тебя в чате. Не, реально, кем мы... Стой. Кем мы будем Зарку убалансивать? Давайте посчитаем, сколько у нас здесь хороших игроков? Я... Нет, если без Сёбы туда, Зарка как забалансивает. А чё, я не иду в баланс Зарку? Нет, ты идёшь в баланс и к Эксайлу, и к Мапке, и к Косточу, бля. Зарк это пиздец, это отдельный уровень игроков категории. Да ты достал! Братан, ну извини, ну ты понимаешь, вот смотри, если как да бы, ну вот мы, если мы океан, понимаешь? Да какой правильный? Не, ну послушай, если наша туса это океан, то ты, блядь, ты морская звезда, блядь. Ты на дне, блядь, прилип нахуй. Тебя, ну хотя бы так, понимаешь? Вот ты Кантик это скат, он такой плоский вроде, и вроде хуй знает вообще, что он делает, блядь. Ну такой прикольный, в любом случае его зовут, как бы. Ты вы просто осьминоги такие бурурите. Пердите, блядь, знаешь, такие. А я Мегалодон! А я кто, Слава? Если Мегалодона не существует, то есть тебя нет, нахуй. Я сказочный. Только раньше же был. Сказочный долбоёб. А откуда вообще пошел вот этот мем, дурка, блядь? От тебя. Как от меня? Я ничего не делал. Родники, спасибо тебе за субскрупного бустера, да? Ты есть этот мем, блядь. Там есть такой смайл вроде этот. Костян, блядь, такой. Санитар такой стоит, да? Ну так, а он же видишь, что... Костя, смазки в комплекте идёт.
А? Они пишут видюк, этот Малик. Это откуда? Не показывают Малик. Это БТТВ, БТТВ с Малик. Это ТВ какой-то. Это ФФЗ, это не Беттер. Слышишь? Это Пранкер Фейс. Но Вадим там уже, да? Ну, да, я, да. Слушай, я говорю, как мы Зарка будем балансить? Зарк это пиздец, это бля, этот оруженосец, бля. Смотрели «Игру престолов», бля? Помните, с этой, с бабой? Ты давно со мной не играл просто. Напомни, ну да, бля, целых 9 часов, нахуй. Ну давай, скажи. А вчера я только после вина. Понял, понял. Не, ну если вы хотите меня кикнуть нахуй, то кикайте. Зашел, зашел, нажалось, да. Стой, что значит кикнуть нахуй? Просто хотим попросить тебя съебаться в пизду, блядь. Че ты, блядь? Это вообще другое дело, блядь. Ласково попроси. Если согласишься, то тогда уже хотим кикнуть нахуй. Да а че мне отказываться, если вы не хотите играть? Ну, брат, ну ты нулевый, реально. Ну давай один на один анимку, блядь. Давай на бабки нахуй. А! Давай, давай, на пистолет. Хочешь, я буду. Давай буду только с пистолетом. Боёб, что ли? Ты знаешь, как Бустера Инки играет? У Зарк последнюю пятихатку закладывает, блядь. Мать нет, такая, остановись, сынок, ты делаешь неправильно! Зарк, блядь, подумал, ты не видел, как Бустера Инку стоял? Да мне похуй, сейчас я его разъебу. Опа. Бля, это совсем уверенно. Только с такой уверенно. Ну, Зарк, ну даже времени хочешь сразу, братан. После этого, после этих слов, у Зарка больше не все. Это waste of time, как Саша Сипл говорит, блядь. Да все, я, ну типа, я почищу на ретейке. Здорово, братан. Здорово, корабль. А где мы просто будем балансить, видите? Сейчас кому-то в команду, бля, попадется Зарк, и начнется нытье, нахуй. Какое нытье? Спросил Вадима, как я играл вчера, как звезда. Хорошо, давай я, с кем я черкаю, выбирайте. Нет, я говорю, так, если Вадима, вы не нет. хотите, ну, Вадима, если вам лучше нет, будет смотри, играть, без ну, просто тебе надо убалансить кем-то равным по скиллу, позовите Юечку тогда. Не, ну, хорошо, если просто... Либо гаечку, блядь, лучше просто, либо булочку, блядь, либо вишенку, я не знаю. Я не самый последний. Вадим, такой КС, горшочек КС. Вадим уже тут, блядь. А кто самый последний Зарк? Если что, спасибо большое тебе за 500 рублей, спасибо большое. Не, ну именно тут тот самый последний, если ты не самый последний. Не, ну... Я сегодня к девчонке на стрим залетел, ебать, она вообще довольная была, я охуел, блядь. Конечно, такие яйца-то увидел. Большие яйца залетели. Обычные яйца. Кому каравай зашел? Да, да. Я говорю, каравай пишу, каравай, братан, ебаный сирник, блядь. Илюк, ты еще не стримился? Я попозже. Ночью, да? Ясно. Элви. Ну, кстати, вот Элви можно взять Зарку балансить. Давайте решим вопрос, что мы делаем с Зарком. Так как мы, смотри, если мы кого-то хотим забалансить, дай скажу. Если мы хотим Зарка забалансить, то надо одного кого-то кикать, поэтому. Можно вообще Зарку убрать и скиллза позвать. Ну, мне такой вариант больше, извини, Зарк. Да нормально. Смотрите, я понимаю, бля, Пашок, я Пашку написал. То, что вы недооцениваете. Ну либо Пашок. Ну как, брат, ну как недооцениваем? Тут результат на яйцо, блядь. По 3 фрага стабильным, блядь. Как 3, блядь, я 15 настрелял в прошлой катке. Да это один раз случилось, Зарк, повезло, блядь. Ну, я просто... Мак, я всегда больше тебя набиваю, вообще всегда. Я не видел, чтобы ты больше меня. Пошел, ни разу в жизни. Мак, давай так, слушай, тот, кто черкает первый, он последний выбирает? Да. Нет. По-моему, нет, как там? А не, кто первый пикает? Да. Но если по одному пикать, то нет. Ну просто смотри, Вадя не захочет играть Зарка. Вадя? Он скажет, что дисбалансная хуйня. Давай. Ну не, я говорю... Да какая разница, Вадя скажет безбалансная и все равно выиграет. Так да, вот и я о том же. Ну Вадим вчера закрыл, я видел. Не, мы вчера закрыли, потому что Вадя просто всех, ну, координировал, так скажем. Давай сейчас строго подчеркай. Пикай первого. Давай только строго пикай первого, я остальных двух, получается, да? Ты будешь со строго? Бля, ну мне Зарк достанется, блядь. Ну это изначально уже какая-то мутная тема, бля, понимаешь? Так пусть тогда давайте Вадим придет, да и все. Ну он там сериал смотрит. Какой сериал? Бля, что знает. Слышишь, Лёх? Я. А ты сегодня подрубаешь? Я. Я просто не совсем считаю правильным на чем-то другом стриме говорить о своих подрубах, поэтому... А я считаю хуйло правильно. Чё, подрубаешься, не говорю? Подрубаю. Дай бы дальше, друзья. Илюх, а ты слышишь, а ты с Каролины приедешь или один? Один. Окей. А ты на сколько приедешь? Ой, бля. Чтобы понимать примерно, на сколько вообще рассчитываете? Ой, Айсу зашла. Зарков, все, тебе пора. Шучу, блядь.
Да нет, здорово. Да шучу, шучу, успокойся. Привет. Так что, на сколько дней люкт смог приехать? Просто примерно прочитать. Как ты думаешь, насколько тебе хватит? Не знаю, насколько тебе хватит терпеть меня? Ну, тогда на час. Понял. На часик, на чашечку чая, слышишь, блядь. И то, чтобы меня в комнате не было, меня где-нибудь там в огороде посадят, блядь. Карабуля, ты вот насколько сможешь? Братан, блядь, давай сначала 30-го подождем числа. Я успею на кибершоке сейчас разминаться. Дядь, ну тебе нужно недели 4, блядь, не знаю, успеешь. Слава, знаешь, небольшая проблема, и Слава, слышишь? А. Небольшая проблема, это, блядь, тебе надо просто хуйню одну сдать и все. Тебе? Физру? Нет. Оформите поддержку, девочка, специалист, увидит меня в роли лучшего. Ой, блядь. Ебать, дядь, ты нахуй попал просто, я ебу в сети, блядь. Приходите кто-то, пожалуйста. Рыбачий, блядь. Давай строго, выбирай, выбирай игрока. Окей, Эйлон. Это все из-за Кайн и... Блядь. Каравай получается. Да. Блять, я что, Зарк что ли играю? Да, походу, да. Илюха говорит, каравай получается. Сейчас ситуацию разберем, братишка. Сразу видно, смотри, он хочет играть. Да, да, да. Мы не, в смысле, я к тому, что ты по скиллу гораздо лучше, чем я. Удачи. Я просто так. Илюха и Косточ. Я за строго? Да. И со мной. Мапки и квикхантик. Вадим. Ну и сейчас и за окном остается, да? Скажи же, я то, что я нормально играю. Он да, достал да, меня кибербулли. Посмотри, не-не. Сейчас Зарк против меня. Бля, не, короче, Зарк не мог, Зарк не мог себе показать. Потому что он дропы кидал. Да, он кидал дропы, и он типа всегда в таком был, блядь, я типа саппорт, типа саппорт. А сейчас он кэрри, да? Нет, я тогда не играл. Кидай ссылку, братья, кидай ссылку всем. Зарк умит, ебать. Да нет, Зарк это легенда. Реально, как на тебя команда пиздит. Играть сложно, я это не по слышке знаю. Я, блядь, я столько кибербуллингов пережил, блядь. Бля, если сейчас Слава будет орать, то все, я сильно буду нахуй. Ты не впадай сразу после первого раунда. Если бы не мой крик, мы бы вчера вообще бы раунду не взяли. Я мотивирую, наоборот, братан. Я не могу просто сфокусироваться, да нет, ты не понимаешь, я не могу сфокусироваться на игре. А ты как на лане играешь? Знаешь, как на лане играют? Там такие, хорош! Хорош! Красавчик! Хорош! После каждого килла вот так. Нет, не-не-не-не, это после раунда, Слава. Не-не-не-не, ты чё, ты чё? Никогда после каждого, никогда после килла не орут все, ты чё, это же не слышно. Не, не все, не все, но есть, типа, заводила, которые, знаешь, начинают. О, тамада, блин! Заводила. На лане всегда такой чел. Знаешь, ась, ась, ась! Куда вы? Ты чё, я всегда кричал раньше. Я просто не могу сфокусироваться. И другую команду ещё. Ну ты можешь крикнуть, Настя, чел сбоку выйдет, понял, ты не услышишь его, например. Ну, хуй знает. Не, на лайне там вообще движуха жесткая. Я поэтому и хочу очень постримить на лайне, блядь. Только мне страшно, что мне кто-то что-то подойдет, там член достанет, блядь. Это же мутная тема, блядь. Мне надо какую-то отдельную кабинку, чтобы нашу команду сажали. Ну, тебе нужно отдельную кабинку, VIP, и все. Да-да-да-да-да. Алло, кто создает? Да, вы готовы? А то я на имбручах пока что. Давай-давай-давай. А что, кто-то создаст, нет? А, я понял, блядь. Ну, давайте я создам, хули. Илюк, можешь создать, пожалуйста? Блядь. Я заказы еду, и это мне сейчас должно перезвонить. Я сейчас создам, я сейчас создам. Ты же суши заказывал. Так, создать пати. Нет, играть. Я тогда не успел заказать. Москва. Я начал другими делами. Я начал бустеров своему братику выбирать объектив, блядь. Бля, я так люблю члены Илюхин. Бля, дядь, пизда просто нахуй. Большие? Яйца. Большой член. Так, античит. Давайте кэш, гоу кэш. Нихуя себе ебать, бачи, я тебе. Я почему хорошо. Попадает? Давайте... А, стоп. Кэш. Давайте инферно. А может коблстоун, бля? Не, пошел ты нахуй. Кэш. Коблстоун? А может вертигу? Может вертигу? Не. Сейчас, мужики, сейчас я нормальную карту поиграю. Понятно, сукуны. Может сейфхаус? Давай кэш. Вот, это другое дело. Кэш. Можем почеркать. Как вам план? Кэш. Не. Кэш. О, сделай пароль как строго. Я сделал такой же пароль как строго, только букву Z добавил еще. Я чуть его в это вслух не произнес. Да, не просто... надо, не надо. Я не совсем уверен, что... Хантик, брат, можешь ссылки раскидать им? А ты хотел как произнести, Илюха, как обычно, или... Перевернуть меня имя. Так, давай пока быстро проконсультирую. Ребят, по вопросам психологии, лич, братишка. Ребят, что вообще думаете по поводу ситуации? Смотрите, девушка спустя 6 месяцев сказала, что видит меня в роли лучшего друга, блядь. Ебать, это удар ниже пояса, братанчик. 6 месяцев, блядь. Конечно, дружить, братан. Ты чё, кисточку полизать, балдёшь полный.
Ты знаешь, ну, охуенный ты товарищ, друга. На тебя можно руку положить, братан, и яйца покажу. Братик, я тебе так скажу, в эту движуху, бля, мутную не ввязывайся, я тебе без пизды, Вадя, слышь, я задание такое прикольное придумал. Это жесткая тема, бля, надо всегда, я сейчас прикину, скажу тебе. Насколько бы ты ее не любил, понимаешь, ты должен всегда понимать, что это твое время, ты не можешь ее терять, понимаешь? Смотреть, как она там с другими пацанами, бля, туда-сюда, бля, знаешь, это... Кайну скинул? Это называется куколд. Ну да, да. Не, ну не совсем кукол, бля. То есть это не пресс S, бля, это пресс F, нахуй. Это реально, бля, пизда, братишка. Ага. Не знаю, тебе надо расставить все точки над и, понимаешь, типа объяснить. Ну просто сесть с ней поговорить, типа там сказать, допустим, как ее там условно зовут ее, там, не знаю, какая-нибудь, бля. Юечка, бля, допустим. И сказать: Юечка, ебать. Либо нахуй. Мы либо, блядь, начинаем с тобой туда-сюда, нахуй. Либо ты идешь к мокрице, блядь. Ну, естественно, конечно, тебя должна выиграть, бля. Это некуда там. То есть, ну это условно. Там, не знаю, ну какая-нибудь, блядь, какая-нибудь там Наташа, бля, я не знаю, Наташка там, да давай, блядь, чтобы просто объясни, скажи то, что, типа, вот мы с тобой столько, типа, у тебя есть ко мне что-то, я тебе там симпатичен как мужчина и так далее, туда-сюда, блядь. И все. Ну, типа, нет, к сожалению, тогда нет. А противоположная команда зайдет вообще? Батя, я пароля угадал. Команда напротив, физкульт! Привет! Вот, то есть, вот если без рофлов, бля, понимаешь? Если нет, спасибо, то я тебе советую не тратить время, потому что это будет, ну, это, знаешь, такое себе. Не-не-не-не-не. Ищи другую. Не все сразу, ребята, не все сразу, блядь. Конечно. А ты с кем? Ты против директора. Я забуду, братан, я чтобы не это. Короче, к ней сообщение в директе отшел. Костыч, брат, ты тут? Да-да. Так залетай, братан, что ты? Залетай. Стесняйся, бля, тебя ждем, слышишь? Уже стол накрыли, бля, с картей положили, бля, чайку самому. Все, бля, готов. Балдеж полный, все. Ready, steady, go. Рейбит, блядь. Ебать ты рейбит, я ебу, слышишь, блядь? Ебать ты бурики, блядь. Ебать ты бурики, блядь. Бурики, блядь. Погнали, Зарк. Да-да-да. Мапки. Да ебаный. Блин, какой экран, ебаный сырник, ребят, ну ебать мою попу, блядь. Тут же как бы неспроста все. О, мапки, по-моему, называется. Не скрываем. Я себя включу, как я буду на сервере, сразу включу, бля. Мапки. Да, мапки, все. Бля, нормально, слыши. Сервак без античита. Ну это получается Зарк по другому бейшн делает. Зарк с тёплостью будет играть. Сейчас отвечу. Слава! Да? Что ты сделал? Ничего. А чё, у вас IP есть? А, у меня да, есть. Сейчас сольём. Молодёж. Ну скидывайте в чат, тогда хули сидите. Эээ! А где камера, блядь? Камеру вырубай, блядь. Сижу вот на сайте по одежде, там так красиво на все шмотки выглядит, а когда мне приезжает, блядь, на мне этот дерьмой банан. Бля, ты каждый раз смотришь на качках, да, они такие охуенные, бля, и ебуду, ебать, у меня сейчас так... Да, да, я думаю, у меня сейчас так же будет, нахуй. Приезжаешь, блин, на тебе все висит, нахуй, как скелет, ебать. Просто смотришь, пиздец. Либо взял, блядь, оверсайз, оно в обтяжку тебе. Я так три футболки купил просто недавно. У меня так постоянно, я беру XXL оверсайз, нахуй, приходит, как будто слим висит XS, блядь. Смотри, нахуй. А, мне вообще интересно, как на тебя одежду шьют. Дядь, ну у меня, знаешь, такой магазин, блядь, три толстяка, блядь. Отдельный пошив, блядь, конкретный, блядь. Ты рассказал, там одежду под микроскопом хуярят, блядь. Ну там конкретно, блядь, там нанотехнологии, блядь, понимаешь, там изобретают реально, блядь, под микроскопом. Под твой наночлен, блядь. О, не пизди, мой наночлен, тебе в твой нано, блядь, ну рот, ёпта, блядь, из-за того, блядь, гигантонос, блядь, залетает, нахуй, сперма в лоб, ебать. Так залетает, а чё толк-то, его не заметно, блядь. Блядь, ну хуй знает, вчера ты, блядь, довольный за обе щека, блядь, хрустел. Не, я пиздюк, сопляк, ебать. По факту-то чё, много надо, блядь? Чё, вчера проблевался, осмелел, ебать? Пиздец, я чё, так проблевался? Мы вчера так угорали, я ебал про... А чё ты засал, а лупить дальше, ёпта? У меня до сих пор нос в носу воняет. Давай, допивай сегодня на стриме, блядь, слышишь? Ай, как... Это смешно. А кто выиграл-то? Да никто, блядь. Ничего, ничья. О, ничья. Ничья, дружеская ничья, блядь. Бля, да это смешно, очень смешно было. Да, мы тоже вчера угорали. Мы с Диманом сидели, блядь. Диман, что такое, вообще, блядь, войнёт, блядь? Ох, нихуя у тебя перчатки. Ну, есть такое. Ты про мои? Да. А, убежь, не согласен, брат. О, гунгнер, нихуя. Да, да, да. О, фейдерский. Давайте, пацаны, идём сюда, блядь. Балдёж, блядь, у меня руки к столу липнут.
Попробуй сперму стирать после дрочки, блесни. Не, я просто бегал сегодня. Странно, но футболка сухая совсем не пахнет. Лина, спасибо большое за скрипт. Знал, он был убил. Ходи, ебать, попадает, я ебу. Что-то не пошло, слышишь? Тоже бывает. Йоу, спасибо большое тебе за 500 рублей, братишка. Я постараюсь чекнуть, постараюсь не забыть, бля, память уже не та, понимаешь, бля, мозговые нейроны, бля, деятельность уже приостановлена, замедляется с каждым днем, бля. Что поделаешь, бля. Гирит Василий, братан, спасибо тебе за 500 рублей. Привет, как настроение? Настроение балдежное, понимаешь, бля. Нахожусь на кураже сейчас, бля, нахожусь на большой дозировке. Чё, я опять играю в Кастрога, блядь. На! Сука. Он тебя выбрал. Он тебя выбрал, братан, сразу первым пиком. Сука, урод. А, это не я даже. А чё мы так лагает? Каравай заебал в кэш. Кстати, косточ, косточ. Да, каравай. Каравай, сделай вести, пожалуйста. А? Сделай в сети. Почему? И бабки тоже. А у него по ХД вот это появляется, что-то. Да-да-да. Ебанина. А у строг такая же тема. Не, у меня сейчас нет такой. У него строго нет, только коробка. Ножом похитил. А чё это, как это? Кто-то не зашел, какой-то уебан, слышишь? Я. На нахуй! Ебало оторвал! Залупини, ебаный, блядь! Мапку. На-на. Сделал не в сети. Сука, блядь. Да-да-да. Чё там? Андрюха, Дисси, брат, я, блядь, вообще хуйня. Не, Андрюха сейчас нормально будет. Не, Андрюха вообще красавец, вопросов нет. Андрюха вообще, да, красава. Кто у вас сейчас на первом месте будет? Спасибо. Мапки, мапки или бриллианты, блядь? Мне кажется, скрипт я, да. Я. А у вас Зарк. Не, у меня руки липнут к столу. Ты быстрее стряхни, 30 секунд еще есть, блядь. Кто? Ай! Что да блять! Надо перекинуться, надо призойти, надо перекинуться. А что такое? Давай, давай. Хининмор! Ух, нихуя, красава, конь. О, тут, тут у нас этот Бурурич. Ой, бля. Что там за крыса ебаная, бля? На! Мясо ебаное! Заебал, это сал. Сейчас Вадим будет миду играть, все, надо выигрывать. Понял. Он будет там... Да, что не перекинули, заби. Парни, скажите, как... Вадим будет миду играть? А, Вадим миду будет играть. Здорово, обосранный, бля. А мы придем бустера, да, это... Бустер, пушима, пушима в следующий раунд. Давай, понял. В следующий раунд, говорит... В следующий раунд, пушима, ебем тебя в ротик твой, ну блоты, ебаная, бля, ебаная, вонючая залупа, бля. Сука, и... На левую, бля, классическим ножом, нахуй. Бустера, да, спасибо. Все, уберите бомжей из дискорда наш. Воняет, бля, спермотый, бля. Парни, с вами. Проблема в том, что я переборщил с заботой. Девушки разные бывают, братан, но вообще девушки любят заботу в целом, бля. Им нравится, когда им на пиздянку дуют, бля, понимаешь? Но в то же время, то есть девушки их не поймешь, бля. С другой стороны, им нравится, понимаешь, когда их там, бля, за косичку хватает, ебут в жопу, бля, понимаешь? То есть тут тоже, бля, конкретно ты не скажешь. Бля, ну конечно, бля. Твердый будет там, что ли? У нас сейчас не то, что твердый, железный, но. Это Б, парни. Бля, один Б, бля. Все, каравай в тильте. Все, каравай, ливай. Все, каравай в тильте, бля. Все, пизду, не хочу играть. Тихо-тихо, бомбочка. Двое КТ, один запушит КТ. Да сука! Ублюдки, блядь! Убили. Тихо-тихо-тихо. Сайт 10 хп, мапки дохера. Тройка чел. Да блядь! Наа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 аa я играю, брат, я на сори. Ну я буду. Мапки звезды. Я в шарте играю, бля. Мап. Я же говорил, мапки квикантик, слышно, просто первые места сейчас подзаймут, бля. Давайте я буду. Давайте я буду. Я на. Я просто бэплоп. Да, слышь, тогда в следующей неделе идем. Да можно вообще любой день недели брать, типа, при желании делать. Все, мужики. Смог в ангар. Блять, да чё? Как неудобно на новой клавиш закупаться, пиздец. Согласен полностью. Мне непривычно, у меня F-ки появились, дядь, понял? Я постоянно нажимаю вместо escape на этот, на консоль. У тебя на мини было. Мини-мини. Мид услышал, дядь. А чё бы за пизда, блять? На бусте два. Плохо, блядь. Не плохо. На бусте... Ещё буст, ещё буст. Блять. Я иду на мид. На!
Ух, ебать, эмиральчик. Быстро, быстро, быстро. Нет, ну вылез-то слабенький. Каравай что-то как-то инфантильно отнесся, бля. Он со спины нахуй это. Спиной повернулся к миду, блядь. А, если что. Крикантик ебешь, крикантик легенда, блядь. Ой, блядь, два дебила. Откуда у них бабки? Да что с экономикой в этой помойке, ебаный, блядь? Ну, они не закупились, они ж бомбу ставили. Ну да, но все равно. Минус 80 лаз. Бля, пизда, бля. Ну там я, конечно, это, бля, кишмиш нахуй на данный подаём. Да, они быстро очень вышли, они пиздец как быстро вышли. Бля. Играйте кто-то, пожалуйста. Да прикол, потому что ты вроде стоял в миду, да, понял, пострелял, а потом я выхожу, они уже троём, но быстрее стоят. Я не знаю, почему у нас двое на миду стоят. Не, это правильно. Просто не надо стоять. Убил! Понял. А, да, так. Не, я думал наоборот. Дверь открыли! Нет, это я закрыл. Понял, бля, красавица. Но меня услышали, скорее всего. Да, меня услышали, не пизда. Да? А! Уже на! Еще двери, еще двери. Блять, нихуй. А че? Там это были красавцы. В сайте тип. С хитом, с хитом в сайте. Блять. Ой-ой-ой. Типа. Давайте, может, не знаю, 5 мидл сыграем. Или 5b, или 5а. 5b. Давайте, давайте сыграем. Играть тебе, я один постою за крысью где-нибудь. Не, за смысл, не надо, не надо. Давайте вместе. Просто гол 5 втором сыграем. Они сейчас поймут, что вы все АБЛ. Да это не имеет значения, мы МЭК раунд делаем, это ж похуй. Ну просто у вас хантик закупился. Да, я случайно закупился. Хантик это, блядь, это много кто, блядь, многосос. Мегасос. Понятно. Ну, ноги сосет, короче. Мега. Ебите, 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 ебите. Они сейчас на уйду сразу. Найс! Готовься на встречать их. Тихо, 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 пожалуйста. Я не понял, слышу. Мейн вышел, вилл вышел. 1-2. Это, мамки, дай дигл, дай дигл. Найс! Буст? Мид тип. Пачка, пачка. У вас а, у меня тут справа. На! Блять, крыса ебучая. Сосать нахуй! Комар, блять, ебаный, блять! Тихо, тихо, тихо. Понял, понял. Бля, ебаная... Ты пернул, что ли? Да не, микрофон. Ебать, эхо было, пердёшь. Они на бэс, скорее всего, ушли. Так он один всего лишь. Фу! Блядь! Мейн. За ящиками. Минус 50 где-то. Да, вот здесь еще будет. Он уйдет. А, не уйдет, охуеть. А зачем выходить-то, у него пачка что? Красавец, хантик! Красавец! Сосать, блядь. Красавец. Только нужна клашка? 66. А где клашка была? Давай. Она... У тебя была на сайте. Да? Да, да, ты же на ней стоял прям. Я бы их убил, даже не видел. Ты на нее встал ногой. Ты в кураже жестком был, дядь. Я просто такая, слушай, у тебя такая ласта, я ебу нахуй. Не, все, я собран жестко вообще. Бля, криханьки легенды в пизду нахуй. Все, вообще без комментариев, бля. Красава, хань. Ты че, охуели там, бля, прошивать? Ну, быстро, сука. Мейн. Окей, стоп! Тихо, пожалуйста. Тут никого. Мейн, двое. Я не знаю, где смока, бля, мне всегда нету. Вышли уже? Можешь идти, пока время тихо, есть. Тихо. На, вышли? Нет, еще. В мейне. И, по-моему, в дверях. Есть. Понял. Слева, справа мейн. Дай! Сбил еще мейн. Дай! Два мейн еще. Я в дверях один. Один. Понял. Я складываюсь на Б. Слева мейн. Давай, хорош. Бустер, брат. Бустер. Че такое, ребят? Два мейн. Справа-слева. На! Слева. Лас слева. На! Ой! Ой! Землетрясение, ебаный, мне 150 несло, да! Ну чё с руками? Два землетруса! Сзади, ОП, забери, кого я дай, только не мне, блять! Пизду, блин. Дай мне. У меня, слышишь, у меня какие-то проблемы, бля. Что-то с кофе меня, может, попустило как-то. Дай дроп, любой. Тебя попустило, блядь, нормально. Тебя фаму знать? Ебать, землетрус лучше отыгрывает в своей жизни, блядь. Не любой вообще. Ебало дал просто на... Ой, бля, Илюха. Я такую халяву промахиваюсь, это пизда просто. Ну, шавай, чел. Вот Б опять никого нет. Мейн. Ушел. Блять, Авик, ну пусть. Блять.
Хуёво дело, ребят. Блять, как же он тайминг не ловит? Хуёво дело. Шлюха, блять, попалась нахуй. Это, конечно, не очень хорошо. Шлюха попалась, блять. Шлюха ебаная, блять. Мейнавик. Понял. А где ВП? Вышел мейн, тихо. Мейн вышел уже, по-моему, может трак уже быть. Газуем, короче. Вышел, с кейки вышел. Не без нас. Ну! Бля, ну где вы? Хоть кто-нибудь, ёпт! Да тихо, блядь! Все, въебали. Все, в пизду. Команда говно, блядь. Ребят, у меня какая-то хуйня с руками. Может, врача вызвать? Бля, Карамуль, ты так не относись, серьезно, господи, ебаный сын, тебе после победы кубок не вынесут, нахуй. Да я хочу играть просто, понимаешь? Играй, кайфуй, братан, жизнь прекрасна. Так я не вот именно, что не кайфую. А что ты кайфани-то, ебать? Да я не могу, типа, я хочу сосредоточиться, играть, я не могу, не получается. Бля, чё, мы вроде нормально начали. Пиздец, бля, какой-то. Карамай, ты пиздец, бля, кортизол, нахуй. Гормон стресса, блядь. Просто получаю удовольствие, блядь. Тебе никто не отправит на твой счет, нахуй, деньги, бля. Кубок не занесут, ебать. Стикера твои в КСК не сделают после победы. Не, Славка, ну. Не, ты просто не понимаешь. Я имею в виду, типа, я играю, я не могу кайфовать так. Мне просто не получается так кайфовать. Я кайфую, когда я умею вот, убивать. Спасибо тебе за субскруп. Ты убиваешь, дядь, ты набил больше, чем за 3 недели последние. Ну просто, не знаю, как это объяснить, короче. Сидим вроде, блядь, ламповая атмосфера, бля, лампы все включили. У всех лампы включены? Нет. Значит, не особо лампа, но у меня включена лампа, бля, в атмосферной. У меня тоже, да. Чего, значит? У меня глаза светят. У меня сейчас с руками какая-то хуйня, мне надо сейчас, может, какие-то пулеметы брать, я не могу целиться, у меня трясёт. Слава, убери, слышишь, реально, это хуйня какая-то. Не, понял, мне кажется, я реально выпил слишком много кофеина, блядь. Ну, блядь. Понял, меня так потряхивает чуть-чуть. Мне хочется, блядь, с Германом побороться, может, даже. Я сейчас голышом, блядь. Не, на хэдшот стану. Гараж, смотрю. Токсик есть. Давай ты, сука, очко ебаное, бля, выйди, ёпта. Бля, съедся в ВП, нахуй, все... Бля, ну на 30 ВП, нахуй. Понял мапки. Он скрывай запушил. Тихо. Мейн. Идет. Два. Токсик есть. Ну и там будет, Можете перетягивать сразу. Блять, он меня чекнул. Ну, блять, Зарк! Это легенда, дядя. Ой, да. Ты столкнулся с легендой, блядь, наткнулся на большой шлем, блядь. Следя за ваших раскопок, мы наткнулись на большой огроменный шлем, ребят. Ну, не знаю, кому принадлежит. Абегут. Да, абегут, несутся. А, абегут. Раскидывают. Я с ногой сижу. Балдёж. Блять. Газую! Уау! Газую! Где он? Блять! Как ты так нахуй стреляешь с дигла, дядь? Ты просто. Ты как сиюмпан, нахуй хуяришь, у тебя пули в голову, ебаный сырник, блядь. Да шарик мапки. Я пикну на Б. Ну пикать хочешь. Просто нахуй зажал, блядь, чтобы попасть нахуй. Нет, ты лучше, я вообще ебал нахуй. Ты реально легенда, брат. Я нихуя не вижу. Че? Можешь уходить, Хань? О, хорошо. Тут очень много в миду, слышь? Свики есть, чел. Убил АА. Ушел. Еще мейн. Убил. Дай! Что ёбну сила? Мейн у меня. Тихо, ёбну. Тихо. У меня мейн. Есть флэш? Что ёбну? Мейни стоят. Мейни. У меня флэшки нет, блядь. Близко, мейн. Живите. Блядь, да как он так стоит, смотрит? У меня пачка. Все, ласт мейн. Дай зарежу. Не убивайте. Мейни стоит. Давай. Нарежу. Сосать хуйло ебаное, блядь! Лошара ебучая, блядь! Чё, он сосал, блядь, лох, блядь. Ты дашь много? Да, братан.
Пропрыгнул, пропрыгнул. Дохуя, бай, дохуя, бай, иду. Они... Живите. I can stop, ёбну. А, тип запушил КТ. На, уебан ебаный! Окей, стоп. Выкинул, оставил он. Бля, ищите, значит, где-то слышишь. Он, скорее всего, осабует, Да-да-да, он где-то в крысу ползет. Может, его тоже зарежем? Тихо. Не-не. Я вот так встал. Скажи. Мэй, он стоит у меня тут. Домейн. Флешку дал. Найс. Хорош. Бля, я сегодня просто... Бля, ты сегодня квикантик он фаер, блядь. Дайте дроп. Квикантик! У Вадима дигл Зарк. Квикантик он фаер, пожалуйста. Ага. Какой? Слышишь, Кантер, я пропустил КТ человек, блядь. Строго, бля, он пенис, блядь. Я дам смог. Нормально, ебать мы работаем на бэхантик. Да-да-да. Обалдежно. Там пусточка. Могут пройти, кстати. Не вижу, просто никого нет. Мид вышел. Куда именно? Под бустом, может быть, под бустом. Я дал. Здесь. Токсик. Главное, чтобы сверху не был. Я тогда останусь. Тебе не пройдет. Окей. Да сука, нос ебаный! Парус ебучий, блядь! На бусте сидит. Рожка. Токсик есть. Бегу, токсик. Вообще, наверное, худший день в плане аниме. Я не знаю, что с путяпками, блядь. Да парус, молик, блядь, знаете, парус, блядь, форминоса, есть. Блядь, на яхте нахуй стоит, блядь. Я молю. На палубе, блядь, на мачте, ёпты. Ой, блядь. Да, надо. Как-то долго на бэйду. Блядь, я дал. Да. Помой руки, блядь, может реально руки помойте, блядь, помойте нахуй, да, помойте, ебать. Помять нахуй членом, блядь, яйцами, просто слышишь, блядь, как антистресс в Китае, нахуй, знаешь, такое есть, бывает, пластилиновый, блядь. Они вышли уже? Может реально яйца помыть сходить, по приколу, просто вот реально взбодриться. Дай пробуй яйца помыть, бюро. Спина, пацаны, с коннектора идет чел. Блять, по девяткой. Хорош. Блять, по девяткой. Он сейчас станет. Попал. Алло. Холодненько, яйца помыл, пиздец, свежая, кстати. Бля, у меня бы руки затрусились, пизда говорю, без рофлов. Это землетрус против него! Ставит. На! Не-не-не, куда не ты? Не успел! Куда ты, блядь? Наоборот, не успел и выскакивать на него. Не надо. И, пацаны, знаете, что я сейчас сделал? Что? Яйца помыл холодной водой. И не вытер, бля, знаешь, какой балдёж. Свежак полный, блядь. Танчик, можешь? Я могу диавик дать. Косточ так же, как и я, идет сегодня, слышишь? Как и Зарк, в принципе, ебать. Спасибо. Карма, ребят, карма, блядь. Ты так на Зарка попиздишь, нахуй, потом база, блядь, и все. Разъеб. Мид могут выйти. Понял. Хочешь, я флешку дам? На репик мидл. Давай. Дал. За спин дал. Вент прошел. Ай, блядь, он уже спрыгнул от звуков. Я же сказал, ебаный свет. Бля. На бусте, ты можно... сука, ебаный, блядь! Без зашел. Бля, нос ебучий сидит на бусте, нахуй. Давай, Андрюха, живи. На бусте я сейчас убью, стой. Там что, нахуй, в России не пускают на нос, блядь? Ой, на бус залезут. Да, он меду, блядь. Спроси, меду, да, или где? Ты молчишь. Да, мид. Ну, я же не... Я был на бусте, я тебе раз три не рассказал. Ну, я не слышал за белым. Ну, ничего, блядь, главное, в тильт не падай, нахуй. А может пока начать снова уйти? У одного скаута, у... Да, это... Я сейвить пойду, я буду сейвить. Да, лучше сейвить. Слав, засейвить уже, пожалуйста. Да у меня это... Я все равно один хуй не попаду. У меня руки сейчас так трясутся, что пиздец, бля. У меня соседи в ахуне родились. Сейсмическая жизнь, бля, пробудилась, бля. Это все из-за... Это из-за классика ножа. Я вообще хуй знает, из-за чего это, дядь. Это просто пиздец. Он сейчас тебя убьет, так, брат, хуя вот его убил, мне кажется. Думаешь? Возможно, блядь. А на реакцию такой? Ты выползаешь, нахуй. Не-не, так точно не надо. Смотри, на реакцию, блядь, я ебан, блядь. Всё, пизда, минус айк. Смотри. Коннектор 2. УАА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 А Пизда, блядь, макушка ебучая, просто шлем выскочил, нахуй, ебаный рыцарь, блядь.
Да тут хуй попадет. Не, дядь, у меня так руки трясутся, я ебал. Да если бы убежали, мы бы засейвили, скорее всего. Если я если нас рядом посадить, знаешь, здесь Илюха на соревнования по землетрусству, блядь. Я его нахуй в ноль вынесу, эти дрянь. О. У нас меду, кстати, нихуя нет, да? Да похуй, откажи, постреляй. Блядь. Да блядь, да конечно, сука, блядь! Прикол в том, что Вадим на тебя был заагрен, когда по нему стрелял, блядь. Блядь. Я его не убил, блядь. Не, мидл уже чем зашли, бля. Что это квикантик, слышишь, просто ураган, ебать. Не, тут, понимаешь, вот квикантик, он распустился как бутон тюльпана, бля, понимаешь, который не мог долго раскрыться, и потом бац, нахуй, ебет всех, бля, ван тап. Когда они не тильтуют, и, типа, не пиздить. Да не, вообще похуй, дядь, пошел нахуй, ты мясо, бля. Ладно, шучу, решил тебя чуть попробовать. Не, надо стрессоустойчивость в любом случае тренировать. Понимаешь, жизни, блядь, столько всяких факторов, которые будут потом себя изморалить. Я смог даю в гараж. Бля. Я могу пробовать. Размени люльку. Здесь. Ой, блядь. Найс! Рот, там много мапки. Да хуя в токсике. Сколпит еще, чел. Сколпит. Я ушел с Медославом сразу. Понял. Ну, тут в гараже чел. Член, бля, мелкий. Если что, чел может там быть через мейн. Чел сколпит токсики. А может выйти через мейн, все сказал на всякий случай. Да хуя есть токсики вообще, где? Ну конечно, ты ублюдок ебаный! Я вышел потом. Ну вышел, блядь, на Б. Это Б. Бля. Бля, как же Кань зигла ебёт, нахуй. Амали, я 3-1 слечу, нахуй, волосы назад ебать мою, бля, поясницу, блядь. Пизда просто, блядь. Да похуй, за терф пойдет. Да не пойдет, мне руки пизда трясут. Калаша будешь хуярить. Это играть непонятно было, не надо было мид брать. Когда так культяпки рвет, пиздец вообще, дядь. Бля, может как-то строго заблокировать трансляцию мою, бля. Не смотрел вообще, бля, потому что против этой паскуды играть, бля, заменить. Не, строго вообще очень жестко. А, дай не, дигл нахуй. Я дал. Ну ладно, давай. Ой, блядь. Дайте я оно бета достану. Я говорю, меня так трясет, сейчас, конечно, попробуй собраться, блядь. Под Б есть. Ну конечно, блядь, да у них там что нахуй, какой-то дуэт, блядь. Вы, блядь, ты паскуда, ебли! Я захожу. Да, что там есть? Мапки, я уже вышел, чел. Что? Я знаю. Пластив в шарте. Тоже знаю. Сквики один. Сквики, мид и мейн. Сквики, мейн. Нет, суп мне не надо, суп не буду есть. Я только вредный буду. Хорош, здесь кто убили. Мне стресс, мне надо заесть, блядь, ебать, сука. Блядь, ебать, я стрелку ебу! Охуеть! Блять, стоишь, смотришь гараж, нахуй, у тебя начинает чел схуярить с буста, а только поворачивай на буст, чел с гаража выскакивает, блять. Сука, блять. Глигнирыч урвал еще, ебаный хуй. Хорошо. Все, ебем, трахаем. Ебем. Трахаем. Да, спасибо, приезжай. Блять! Я тебя оставлю. Блять, Вики вышел, чел! Мапки, ты где, братан? Стоп, пошли. Блять. Я не понимаю, блять, дом ходуном ходит, ебаный этот вонючий, блять, сраный дом, блять. Я стою, блять, здесь, а там кружки падают. Да я нихуя не слышу вообще. Я тоже ничего. Ну, так, типа, очень трудно играть. Я не могу сфокусироваться вообще. Я, типа, ничего не знаю. А я ебу всех сраку, вообще пух. Я просто сижу в каком-то... Просто сосед пытается, слышишь, ниточку в иголочку просунуть. Паузу, парни. И я начинаю хуярить, у него руки трясутся, блядь. Чел даже... Паузу, парни. Бля, пайси. А вы чё? Пайси. Она вообще по-другому ставится. А, в смысле? Надо его с вами брать? С
сука, бля! Ты как, сука, что за сука, блядь, ебаная, блядь? Что это, ебаная поделочка, блядь? Что это за меня? На МБК стоит 100% мапки, тебе надо выпрыгивать и убить его. Я стой, играю. У меня здесь стекло везде. Нету. Шор, тип. На девятке. Без головы, мид. Блять, бомж Вов ебаный, нахуй. Мид убил. А? Какие бананы? Блять, руки бабуном тоже. Не-не-не, твой? Я не буду банан, какой банан, блять, мне еще вообще пить. Резил, что я тряпка? Нету. Блять, я не могу! Шорт где-то. Землетрусов ебал в нос, нахуй. Убил. Красава, там. Все, спасибо за игру, меня все ебут одной пулей, мне шансы не дают. Хай ты, красавчик! Меня ебаный бомж Вов, блять, убивает. У меня тоже такое было, блядь, все нормально. Паузу, парни, пожалуйста, блядь. Как она тут? Беру голосование, блядь. Пожалуйста, парни! Ой, блядь! Ну, парни! Я сурендер нажал, не надо F1 нажимать. Блядь. Да, ебаный... А? Давай, веничек, блядь, ебучая конура, блядь, я опять не успел затариться, блядь! Сука! Ты меня не любишь, блядь. Но я нажал пауз. Ну, беги, есть. Я могу вылететь, убегать. Кстати, чё, в дефолте стоит. Ебало, нахуй. А дефолт... Ебан, беги, я не услышу. Дефолт это на планете? Под B1 есть. О, блядь, я не понял, откуда это же. А, тут два чела стоят на бусте, нахуй. Охуеть. Го-го-го-бэ. Ебаный, блядь. Ещё бэ у меня. Ну, сейчас объем его. Бля, ничего не слышу, просто ни одного звука. Бля, у меня мокрый. Ну, типа, ой, блядь. О, блядь. Бля, я не могу так играть, это пиздец. Ну, я тоже, типа. Батя, кружка старая из детства была, блядь. Парни, поставьте паузу в следующем раунде. Заранее говорю, за час, нахуй. Алло. Пацаны, сделайте сейчас голосование. Пожалуйста, нахуй. Да уже все. Дали паузу. Я обосрался, что ли? Стакан рассыпал. Меня ничего не рассыпал. Я буду в тапочках. Охуй. Короче, я бустера на 20% поставил. А нам будет? Алло. Билли Джин. Фу, блядь, ебаный. Дядь, это просто пизда, блядь. Это просто пизда вообще, нахуй. Я хуярю, блядь, просто в 3 метрах комнаты. У меня падает, блядь, опять этот ебаный свет вонючий, который я стал, блядь, с Алиэкспресс, который, сука, стоит на 3 ножках, блядь, толщиной со спичку, блядь. Вот нахуя такая вообще опора, блядь? Сказали, что надо опору докупить за деньги, блядь. Что, как вы устаете? Это говно ебаное, блядь. Это просто пизда вообще. Весь ходуном ходит, это просто пиздец, бля. Извинись, да я... Катюшка! Я тебя люблю! Погнали, бля, камбэк. Вон там. Понятно, все. Он под бустом стоит, под бустом стоит. Под бустом играет. Ах, сынок. Как убить его? О, сука, урод, нахуй.
Андрюх, подожди сейчас. Чем заграть? На 10 хп. Бля, хрёво. У меня фамас. Я калаш нашу. Мидл есть ещё. Сейчас попробую убить мидл. Сейчас убью мидл, подожди. Давай. Не убил. Ну, ну что, убил. Все, погнали, блядь. Пошиба, пошиба, помогай. Так, я замутился. Давай, блядь. Я замутился. Где у меня мышка? У меня мышка сломалась, кажись. Нету на экране ее. А, я же в игре, блядь. Это же не стратегия, блядь. Здесь не должна быть мышка. Бля, я убил. Есть типа. Окей. Испугался, думал, мышки нет, думал, блядь, все, еще и мышка накрылась, блядь. Знаете, как все, когда все пиздой идет, так сейчас. Ну ты понял, короче. Когда все пиздой идет. Уф, смахота! А, красавчик, сейчас не вытащил. Ебать, я иду. 3-3-16, блядь. Здорово, ребят. Ну что, погнали в бой. Давай. Дайте, ну, дайте пора. Этот корабль, дай этот калаш. Мало верят, что я калаш не убью, но нашумлю точно жестко нахуй. Чуть-чуть погромче сделай. Давай, давай, давай. Может вообще меня на 1%, бля. Вы дезморалите его. Так заебись, да, погнали, погнали, погнали. На бусты. Все, сейчас выиграем. Пошла распрыжка. На шарте тип. Окей. Бля, чё запушил, мейн? Хорош. Я не могу, это сука, хули этот нос приебался, прилип ебаный, блядь. Чё он прилип каждый раз, он меня все разы убил, блядь. Хорош, Хантик, блядь, братан, ебать тебя. Блядь, ебаный шмобель, блядь, детектив, нахуй. Навигаторный нос, блядь. Мне тут пить. Это бачело игра. Не могу никого ебать, блядь. Мейн, по-моему. Да, мейн, мейн. Оба? 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 Да, нет, нет, только одного вижу. Ебите, пацаны, бля, за вас. Найс! Еще. Хорош, бля. Вот это мои тиммейты, бля, красавцы, нахуй. 22 на 15, 19-11, 5 на 16. 15, точнее. Да, сейчас забей. Там дальше было. Не то кофе какой-то выпил. Интересно, бля. 3 на 17, блядь. Пауза, берите на вкладке киберспорт. Я хуй знаю, братан. Ой, блядь, мне все... ебать смог кинуть. Сейчас меня свечем, сейчас меня смог ебал. Не, Андрюх, лучше не надо, иди вместе с ними играй. Я трак не вижу. Ну давай, поехали. Может... Да там просто зарк стоит под Б, бля, вообще, блядь, легкий. Не, по-моему, вода стоит вроде. Подожди. На машине есть, по-моему. Хорош. А, бля, я бомбу не брал. Играет, да. Дал металку. Кар, кар. На Б, чел один. Кар! Ну сука! Ну когда мне хоть один слабачок попадется? А где бомбези? А бомбу-то заберите. Я несу, несу. Я бегу за ней. Да не, тут вообще без шансов, бля, я уже не смогу собраться 100%. Да куда тут собраться, мне хотя бы двойку нахуярить еще. Ёбнулись, бля. Закройте скейки, пожалуйста. А, что? Где он был? Где? Кар-кар. Он уже прошел. Блядь! Тихо, нахуй. Тихо! Да. Sorry, бля, вот если бы у мапкер быстрее бы инфу сказал, да бы вышел. Так тебя вообще никто тут убил. Так я понимаю, но ты просто сказал тогда, я стал до конца в коннекторе. Ждал, пока ты инфу скажешь. Ладно, ребят. Хотя я программу стороннюю, да я сейчас думаю, сейчас надо будет реально, бля, что-то активировать, бля, хуй знает. Есть дропливый? Хотя нахуй мне надо забить. Ну тебе бомбу дал. Давай, на, я тебе скину. Бля, жалко, что нельзя просто бежать вот так, понял, с бомбой в руках, если кто-нибудь попадет, там взрывается. ГБ, ГБ, давай сюда поиграем. Давай, давай. Похуй, давайте попробуем фаст. Там строго зарк стоит, на, все, блядь. Похуй. На Б коточ. На Б скрещен с Вадей играет, скорее всего. На Б и Люху стоит, так же. Пушим, пушим, не стой, не стой. Давай, давай, давай! Минус 50. Поближе сделаю. Всё, давай, собрались, все. Айд. Хоп, сейчас меня ебал, хоп. Я фул. Я убил. Девяк. Понял. В ноздрю хуй засунул, блядь. Давай, давай. Инфу. Ой, блядь, какой же это бомж-вов ебучий, сука. Инфу. Спрыгни.
Авик! Бил? Всё, 9 ласт крит. Крит? Сучёныш, блядь! Ебаный, блядь! Чмо, блядь, насрал ему на сиськи, блядь. Да, дашь, Алекс-то? Дал, братан, конечно. Боже, блядь. Так перекинул, через тебя, у меня руки сильные, блядь. Сейчас энергии много, блядь. Все, собрался, на монитор максимально близко подвинуть, блядь. Можем поиграть. Все, погружение полное в игровую, блядь, киберспортивную дисциплину, блядь, куда сразу глобальная защита, блядь, глобальное нападение, глобальная жопа, блядь, глобальные сиськи, блядь. Все, вообще нахуй. Бейс один. Не запушь меня. А, сами. Прошел смог, чел. Куда? А, мид. Гараж. Ну, так, ну, я знал, блядь, что он так будет играть. Вент разбил под бабой. Он не упал. Вообще, я в мониторе сижу в двух сантиметрах. А что по фастам зайдем? Я винты чекаю. Ну да, можете взглянуть. Он до сих пор в винтах, он не спрыгнул. Окей. Я дверь сыграю. Я что-то слишком близко, нахуй. У меня сейчас глаза коситься начнут. Убил Б. Дай! Можно пода делать. Да, винтах до сих пор сидит. Окей, я убью его. Он не спрыгнул. Зарк 100% здесь стоит. Спрыгнул. Попал 10 хп, я дал ногу ему. Все окей. Пошли, Бэ, Йома, Андрю, пойдем лучше вместе сыграем, все. Ах, паскуда, подсидела, залупа! КТ идет. Все, вантапа сейчас буду, похуй, собрался на им. Тачка. Понял. И спина убью. Найс! Убил. Дела. Мейн. Давай, братанчик! Дверь, гараж. Бля, у меня авик забрал. Он взял авик, Сука, бля! Лох, сосать нахуй, сосать мой лоб, блядь! Что ты опарыш ебаный, блядь? Лобак, блядь. Дай чайник, пожалуйста. Дайте калашик. А калашика нема? Не могу дать. Собрались. Ебем их в рот. Бля, ну все молодцы в команде, ребят. Вот каждому хочу отдельную, бля, благодарность, бля. Спасибо, что пробустили, блядь. Вообще просто немощные, бля, понимаете, блядь. Такое бывает, блядь. Что поделать? И в Таиланде бывает снег, ребята, бля. Раз год и палочка не стреляет, понимаете? Или стреляет, блядь, да похуй, блядь. Найс! Илюха летит! Ну давно! Сосе, блядь! Бомбизи летит к вам, пацаны. Девятка, один парни, один девятка. Б9-ка. Он на 100 остался. Хоп! Все, ласт 9. Хоп! Балдёж, бля, игру почувствовал. Бля, я не знаю, я просто чувствую себя каким-то киберспортсменом. Бля, ты лучше, блядь. Может, слышишь, организацию реально создать, блядь? Пока так все хорошо идет, блядь. Я сразу SEO буду. Вы играть будете, замену возьмете себе кого-нибудь, не знаю. Зачем ты будешь сидеть? SEO, блядь. Нет, ты сидеть будешь. Голова! Не, я хочу сесть. Я хочу двигаться. На замену. Идем еще одну. Я смогу норм next, блядь. То есть сейчас не норм, нахуй, а у меня так и что, если у него не норм, блядь. Я вышел, ебать. Бля, я запустил. Я бы выхожу. А, у меня сзади. Наааа! Сзади! Он пропустил дорога. Понял, вантапы. Он калаш забрал. Мейн чел будет. А, у нас бомба, ебать, в мейне. Пойдем, ебем его. Готов? Пойдем вместе тогда. Готов? Мейн 10 хп. По-моему, сквики был, блядь. 10 хп, пацаны. Мейн или гараж? Стой, по... Гараж. Какой мейн, блядь, у нас? Пусть он здесь. Найс! 10 хп убил. Найс! Сосать, нахуй. Найс! Бля, классический нож ничего вообще не нравится. Я мид выйду. Да, мне тоже не. Я помню. Оу, Некс. Да хуй его знает, ребят, честно, не могу сказать. Хочу я Некса не хочу, понять, вопрос такой. Уф! А как я его не прострелил? Не смог, дали в мейн. Сити стоит, чё? Бля, чекай, это люк. Около смока навечил. Да, блядь, ну от зарка-то подохнуть, это вообще зашквар, блядь! Мамки,
Слышно, стримит то, что не Next точно не может. Next 100% нет. Сегодня вообще не играет. 100% не идет. Блять! Ну я, блять, я же говорил, ебаный в рот! Ой, блять! Блин, а ты здесь? Ой, я. Что-то хочется чего, знаете, что-то может ИРЛ, бля. Вот знаете, то есть типа на ИРЛ онлайн больше, то есть типа, ну, типа, это факт. То есть КС-ку, меня смотрят до хуя КС-ку. Ну на ИРЛ это вообще пизда, бля. А может, слышишь, может против Ючки и Макритцы, бля, монополию, ёбан. Пожалуйста, заберите мид кто-то один, парочка. Так он через Буду шел, что-то, не понимаю. Я не знаю. Миду не было, чела. Первый раз, по-моему, проходит, дядь. Он постоянно в мид ходит в сторону. Постоянно. Да. Ладно, похуй. Сейчас дайте буст. Я выйду, блядь. Давай. Алло. Дай буст, дай буст, дай буст, дай буст. У меня ОП, братан, можно я быстро сфоткаю? Нет. Давай, давай. Ух, ебать, смоки, блядь, перекрыли на. Смотри, нахуй, молик дуем туда, блядь. На! Блять, чисто хуй нах. Надо опять меду. НБК сидит, проверяй нахуй, смысл, блядь. Дай! Хорош! Ух, еще, еще 9! Шорт, шорт, шорт! 50 хп у него. Я понял. Дай! Хорош. Пострелю я секунду. Поживите, у вас хп мало в обоих. Инфу? Флешку дал. Не знаю. Ебать, что это? Он в смоке стоит сверху. Ну, я так и знал. Ааа! У меня руки трясутся! И там же, там. Ух, интенты! Я не знаю, хули. Давайте в ФС сыграем, давайте ничего играть. Давай, давай. Не, не знаю, пацаны, чем пойдем, это вопрос философский, реально, блядь, надо будет подумать, надо будет голосовать на Если я мог играть КС, я бы, естественно, блядь, себя проявил с лучшей стороны, блядь, так какая я просто не могу. Это полная пизда, бля, какая-то нахуй. Я попробую через этот пройти, через мейт. Ой, через реально, гараж. Монополия, десит, кто я... Куда? Куда? Фастом, Б, фаст, Б, фаст. Я так сосу, потому что я до этого в КС, я всю ночь в КС играл. Да вообще не понимаю. Я руки говорю, пиздец, ходуном, нахуй. Не, фастом ты фаст. Выходите, да выходите. Не, можно, пойдем смог вылететь. Встайте, встайте, чел, в башке, встайте. Вылетели. А, потом стоял, не-не-не. Надо по флешку вылетать, вот так. На девятке, на девятке открывай. У меня 10 хп обратно. Хорошо. А, спина уже. А, спина. Тащить, тащить, друзья. А вы что, в смок полетели, что ли? Тихо, да? Тихо, тихо. Да. На, блядь. Строго сидит на стриме, нахуй, клоп ебаный, блядь. А что он строго запушил, интересно? Мейн? Не, не, он по КД мид кушает. Вот, он по КД... Я мид? Нет, Кайн, я мид стоял. Кайн, Кайн, а они тебе... Кайн, стоял, они тебе знали? Просто... Он просто, блядь, мейн побежал на стрим снайпер. Он даунстрим снайпер ебаный, нахуй. Кайн, они о тебе знали? Кайн, они знали? Алло! Ты меня сколько уменьшил до 1%? Он просто 40 киллов делает, а так я хуй знаю. Стал там Авик еще. Я понял, братан. Я сам ответ не услышу, похуй. Я пробрался в тыл врага. Минут 50. Ну надо бы убить, чуки. На-на, все, у нас... Помка ты можешь. Ай-яй-яй-яй-яй, я обожаю её, я пустынного на орла! Сука ебаная, какой же... На-на! На, блядь, сосать нахуй. И третьего, блядь, заодно. На! Ебаный хуй! Ебать, Мавкина. Постегла и летит, я ебу сразу! Улетело, улетело, улетело мясо, бля. Кто я? Я яркая личность, бля. Больше всего ослеплённых врагов, бля. Первый раз такое вижу, бля, вообще. Ни разу не видел, бля, яркую личность. Подыщечка, батум. Так, я, короче, Слав отошёл. Нормально, 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 нормально. О, мне один кейс выпал. Призма вторая, это вроде дорогой кейс, бля. Сейчас его открою, например. Ебаный хуй. Вы идёте ещё одну? Не, брат, всё. Нет, не хотите, а почему? Я пойду кушать. Я бы сыграл, но я вообще заряжен, но никто не хочет. А, я тоже заряженный, пиздец. Пропёрлись, блядь. Да, пропёрлись, я вообще сейчас он фаер был, он пенис, блядь, просто три фрага нахуй. Вам летело просто, мне да, все да, вообще пиздец летело, блядь. Я так не знаю. Слава, ты еще одну не хочешь? Не-не, 100% братан.
Да-да, ты сейчас вообще жестко будешь играть. Прям, ты... сюда, так. Я прям могу 1000% заявить, что не хочу, бля. Потому что я всю ночь тренировался, нахуй. Но... Это полная пизда, бля. То есть у меня не было страсти к КС-ке, я сейчас не испытывал, бля. Я не, ну, я не стоял на нее, не торчал, бля. Как бы все причесован Буся. Да мне похуй, бля. Джимми Нейтрон, бля, погоняй. Любитель ракет. Ты, кстати, реально на батю Джимми Нейтрона похож. Да? Да. Ты что такой тупой, бля? Диджей Бусер, сука, бля. Бля, я после этой гадки просто все. Ты опять говорил, то, что я стрим-снайпер, че шо? Конечно, все говорили нормально, потому что стрим-снайпер, то, что хуйло, тебя все срали, бля, паскуда, бля, тебя все обосрали. Здорово. Здорово. Он каждого фоткал, кому цветы доставлял, мне кажется. Нихуя на ракурс сменила. Ну да, вообще, да, еще страшнее стало. Тут реально неплохой был. Просто он, я помню, говорил много очень слов. Я так понял, новые шторы не пришли, да? Привет. Не, пришли, кстати. Holy fuck. Так, 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 чего не пойдет, можно десицу брать, не? Давай, слышь, я думаю, это кто-нибудь может голосование уметь делать? Slash pool. А, я умею, точно. Закрой ебало, а бустер, блядь. А, ты сам сделаешь что? Кто? Бустер. Уже сделали голосование, бустер. Кто сделал? Модер какой. А кто выиграл? Десит, кто я, выиграл десит. Реально? Да, 50%, монополия 32%. Кто я, 32, кто я. Бля, а чё так мало, кто я-то? Ты кто я хочешь? Не, ну она такая человая, ну можно и в десит, бля. Ну это вопрос, кто в него пойдет. 40, ты пойдешь десит? Да, пойду, конечно. Пикантик, пойдешь десит? Да, да, да. Ты ещё десит есть. Так кто я интереснее, нет? Вадь, ты пойдешь десит? Ну хз, я бы кто я пошпилил. А чё, кто я? Десит? Ну, видишь, это такой, это очень спорный вопрос, блядь. Даже Монополия выиграла, какая-то странная хуйня. Можно было писать игра с отгадыванием слов, блядь? Может, это вообще накрутка, блядь? Как происходит-то, я не понимаю, блядь. Ребят, давайте мы сделаем еще одно голосование и проголосуйте за кто я. Интересно, блядь. Бля, опять же камера отрубил. А, ну, давайте попробуем. Выпился. Давай. Сделал? Не знаю, строго делать сейчас, наверное. Давай, строго. Я не делаю ничего. Понятно. Сейчас я сделаю. Я сделал. Так. Чё выигрывает? Я. Кто я? Ух, ебать, кто я полетела, нахуй. Всё, собираем. Я готов. Нихуя себе, блядь. Ебать. Хорош, парни, блядь. Всё, погнали. Ебать, как... Блин, вообще монополия теперь 10%, блядь. Ну ладно. Это нечестно, блядь. Вы голосуете. Оставьте, кто я и DC только. Без монополии. Давай, кто я и DC, да, монополия этот, ладно. Хотя мне нравится монополия, если честно. Ну, мне и кто я нравится. А вот, ну, мне нравится и кто я, и вообще мне все, член я люблю, ко мне в заднице, блядь. Это так. Что еще надо делать? Я сейчас сделаю. Так. Я приду. Тут без шансов. Кто ты, это десит. Нет. Да. Кто ты, это кто я. Кто ты, кто голосует, кто ты, это десит. Нет, кто ты, это кто я. Ну что там, кто выигрывает? А кто я, это кто я. Кто ты. Кто ты выигрывает. Кто я? Это десит. Сука, нет, давайте первое голосуем. Блять, кто ты? Ненавижу эту игру, сука. Может, что я? Чем, может, реально кто я, бля? Кто ты вообще полная хуйня? Мне вообще интересно играть. Я, сука, играл. Бля, Слав, хочешь прикол? После вчерашних коктейлей
Я вот когда пердёж делаю, а-а-а, так воняет. Пизда, дядь. Так вот. Пиздец, ты какашки можно, слышишь, бля, в музей сдавать, нам, как самые вонючие радиоактивные объекты. Они у меня, по-моему, вот этот зеленый такой, зеленый шлейф от них. А ты посрал уже? Да. А, у тебя зеленый шлейф? Да. Реально? Пиздец. А подливка? Не, ну, бля. Да. Слушай, бля, дядь, пиздец. Это хуёво, дядь. После коктейля, блядь. Зеленый шлейф. Но, он острый, понимаешь, он острый был. Я его после лимона еще ухуярил, понял? И лимонного сока туда добавил еще. Зелен. А что тебя сколько, ты сколько раз посрал? Два. Ну еще ничего, блин, нормально. Ну да, нормально. Давай еще терпимо, дядь. Если тебе начнет жопу рвать, прям вообще. А я выиграл на 6 голосований. Чем кто ты? Да, чем кто ты. Дядь, ну кто ты, это вообще хуйня полная, я не знаю вообще, кто это придумал, бля. Вот то я, это вообще полный балдеж, разъеб полный. Давай, DC, ты кто я? Не, ну кто я, мне нравится, но мне и DC нравится. Ладно, дорешайте сами, давайте, я же угораю. Типа вы, блядь, ну... Сделал голосование, строго, DC, кто что я? Вы хотите? По факту выиграл DC, но потом из-за того, что вы начали мошнить... Не-не, все. Мужики, независимое все, голосование, давай. Блядь, принимайте решение независимое сами. Независимое голосование, решайте Владимир, сами. Владимир, пожалуйста. Да, сейчас чекну. Все, я улетел. Давай. Да так. я скину. Нихуя ты комар, блядь. А, когда? Кто? А, ну ладно. Кто ты? А чё тебе? Я не понимаю, дядь, тебе надо типа прям после ролика сразу скидывать или что? Не, просто что? Ну, это было бы удобнее. Не, просто типа, пока я что-то делаю, давайте там, ну я не знаю, в конце недели как-то за несколько роликов буду скидывать. А ты постоянно, ну типа, дрочишься за один ролик. Ну просто знаешь, у тебя репутация кидала, ебану. А, блядь, да нахуй, конечно. Так, сейчас. Ладно, все, я улетел, давай. Теп. Давай, бэ. Ну, кстати, кто я выиграл? Ну, сейчас опять будет пиздеть на меня, походу. Но я ничего не говорил. Не, мы сказали независимое голосование. Ну что, погнали, кто я? Идёшь, Вася, а если я сейчас скажу, давайте заголосовать за DC. Что, DC выиграет? Да. Так же не будет. Да, будет 100%. Ты прикалываешься? Смотри, голосуйте за DC. Не! Стой, хочешь прикол? Создай, голосуйте за... Не, ну, Fortnite, блядь. Ну, короче, хуй знает. Ну, ты что-нибудь создай по приколу и скажи, голосовать и выиграет. Я тебе отвечаю, бля, жопу ставлю нахуй. Сейчас я сказал, сейчас не выиграю. Нет, смотри. нет, это не так работает, не всегда так работает. Ну как так? Нет, в смысле, ты просишь, типа, ну ты же не пойдешь в это все равно. Нет, ну типа, да я поугарал, типа, я хз. Ну вот сейчас, ты за что будешь голосовать? Давайте за DC, пацаны. И бачилы перебываются. Не, нормально, нормально. Кто я много голосую. Давай за кто я. Все, погнали кто я, все в пизду. Я собираю. Кто я? А, нет, кто... Слушай, а почему чё-то не нравится, мужики, кто я? Это интересная игра, нет? Да, она реально прикольная, мне нравится там. Ну она охуенная. Не, типа, ну у нас было независимое голосование. Сейчас выиграл DC. Кто идет? Эвилон, Строго, Ханти. Я пойду. А еще кто, мужики? Бурурище. Я хочу. Мапки. Костыч. А сколько там слотов? Еще последний остался. Ну, 5 это прям максимум. Да, 5 максимум. Либо Илюху Иксайла взять. Раз, два, три, четыре. Илюха Иксайл пошел кушать. Ну, кстати, бля, возьмите, давайте Иксайла позовем. Я вот вам говорю, он охуенно играет. Илья. Я, кстати, не помню, я хоть раз с ним играл или нет? Нет, ты ни раз с ним играл. Илья. Гоу в кто я сыграем. Вот я тебе говорю, это угар будет. Ну, типа, он охуенно угадывает. Я у него многие вопросы взял, которые он использовал. Брат, я так вам в личку набираю. Давай. Набрал, Вадь. И остальные мне берите трубу, мужики. Мужики, если вы реально хотите десит, завтра сделаем десит. Вот и все, бля, вопросов нет, нахуй. Не, ну под десит тоже надо прям... Алло. Алло. Да, мне кажется, под десит надо больше стрим выделять, потому что там такой эмоционал, типа, нужен. Там нужен старт такой. Ну, с него надо начинать, понял? Смотри, я понимаю, что у меня на играх стабильно там 30к онлайна, понял? Это охуенно онлайн на играх, просто вот такие сеть играть. Я просто делаю вторую часть ИРЛ, потому что на ИРЛ всегда онлайн больше, это первая категория на Twitch, ну, да. Мне все заходят. То есть, чтобы просто чуть средний повышать, типа, если я хотел просто онлайн делать, я бы ИРЛ стримы проводил, но я все-таки играть хочу. Я обожаю играть, пиздец. Мне не так важно там, типа... У нас, по-моему, слышишь, у нас, по-моему, фулл. У нас, по-моему, нет... А, есть ли Илюхи слот? Я добавил уже. А, стоп. Подожди, а Бурурич не идут? А Бурурич. Бурурич, походу, ни один не идет тогда. Бля, может, такая нахуй Хантика? А, понял, ебать. Да что, Чиха Хантик обосрался уже, ебать, слышь. Ну что делаем?
А что, нельзя там больше, чем 5? Нет, там можно просто, типа... Не, в смысле, так это да же... Да, мужики, чего обижаетесь? Чё, ББ, завтра сделаю 10. Не, так они же рофлят. Ну, типа, многие из них рофлят, просто, к сожалению, не все понимают это. Может быть, ну, может быть, кто-то не рофлит, дядь. Так тут, вы понимаете, что голосование чуть ли не 50 на 50. Ты выбираешь одну игру, другие пишут ББ. Ты выбираешь другую игру, пишут другие ББ. Ну, то есть это типа... Мужики, завтра начали стримать, делаю DC. Айс Форес, брат, спасибо за 677 рублей. Я вообще нахуй донаты вырублю. Если будешь играть, кто я, поставь донат побольше, чтоб дебилы не испортили игру. Завтра делаю, бля. Если завтра не делаю DC, то пиздец, я завтра не буду DC знать. Не, если завтра делать DC, то скидывай жопу, бля, в Инстаграм свою, бля, сраку давай, фоткает, давай. Блядь. Не, давай не в Инстаграм. А куда? А в Телеграм, бля. А, ну, не, я кстати, шучу. Реально, в Инстаграм нельзя. Там могут быть печально. В ВК закину, бля. Чё, вырубайте вебки, мужики? Да, ща. Балдёж, бля. Так, я только захожу. Эксель идёт или нет? Я вот хз, он не отвечает. А чё с Буруричем-то? Что с Буруичем, алло? Смотрите. Ой, бля. Да мужики, мужики, завтра делаю висит. Смотри, уже чуть-чуть видно, видишь? Ну... Маленько, но видно, видишь? Бля, пацаны, вот я пиздеть не стану, реально, завтра делаю висит. Это очень непривычно вообще. Давай, слушай, я-то гамапки добавляю, не знаю, раз он вообще не отвечает, ну, тем более... А ты, слышишь, ты именно на лице это как-то ощущаешь сам, то, что, типа, ну, как не то? У меня просто только привычка была, я всегда вот так вот делал. Понял? Типа вот так вот дергал. А сейчас не дергать. Сейчас нехуй дергать, бля. Мапки, брат, ты тут? Ага. Тебя чуть не обрели. Кристиан тебе говорил, нахуй мапки, нахуй Буруича пошел, пизду, блядь. Я говорю, блядь, слышь, Буруича, не трожь, залупа, блядь. Приколись? Скинул вам всем ссылку, мужики, заходи. Он просто, он тебя жестче всех срал, дядь. Мне похуй, я не сдался. Он говорит, Буруич, бля, просто чмо ебаное. Я говорю, в смысле, бля, ты охуел? Он говорит, да он, блядь, чмошник по факту. Пиздец, Хантик, я даже не ожидал такого тебя. Я сам охуел, дядь. Ну иногда люди, блядь, тебя очень сильно удивляют. Вот случай Кайхантика, это вот тот самый случай. Мужики, я завтра сделаю 10 без пизды, блядь. Мапки? Чё? Это ты? Где? А, Бусера, ты не спалишь ссылку, не, когда ты будешь ставить? А? Я же удалю, братан, вы заходите, главное. Я посреди ночи проснулся, и все темно. Красава. А ты у меня вчера вылетел, чтоб ты понимал, с румы. Слушай, у меня комп выключился, да. Всё, пишите, я в рот ебал Хантика, бля. Нормально, за что, блядь? Заходите по сути все. А за что? Не знаю. А за что Хантика, слышь? А у вас есть задний фон? У меня почему-то сзади нету ничего. А что ты хочешь сзади-то видеть, блядь? Тебе пенис, что ли, в ухо засунуть? У меня сзади какой-то бар. Я ссылку спалил. Да, бля, Орда или Альянс? Что выбрать, блядь, сейчас на аватарку? Ой, выберу Сасу Грей, блядь. Балдёж. А кливнуть? Пересоздать. Привет, мапки. Да, да. Здорово, Иван. Кстати, блядь, а реально вот, если сделать нормальное голосование, то у меня там в группе, понятно, это типа хуйня. Если нормально сделать голосование, будет 50 на 50 Орда Альянс или Орда будет выигрывать? Мужики, могу спросить, быстро зайти, Орда быстро, будет чтобы, выиграть, чтобы я удалил ссылку. Давай, создай. Да, скинул вам, скинул в общий DS, в общий. Залетите побыстрее. Угу, по быстрячку. Опа. Бля, ну я, кстати, слышишь, я все время за Альянс хуярил. Залетив. Всегда за Альянс. Мне почему-то кажется, что Орда в таком голосовании всегда победит. Почему? Ну, я хз, типа, много больше поклонников ну, типа, Орды именно. Удаляй, Бусер. Фанатов. Я тоже за Орду. Ну, речь же про ОФ идет? Ну, я в ОФ, ну да, ну, типа, Илюха зашел. А мы с шестером не можем играть, типа, какая разница? Да можем, на самом деле. Да можем. Можно просто, знаешь, типа, не 3, да, а 2, да. Илюх, заходи, брат. Ну, а что вы хотите? То я, пойдешь? Да, конечно. Орда? Да, конечно, Илюш, так заходи, конечно, блядь. Я хочу тут хуй сосать, конечно, блядь. Ну можно, пожалуйста, его сосать просто по руке, реально выебать, сука, ебана, блядь. А ну, может твой реально рот отъебать? Чат. Бля, мопки. Мужики, все, без пизды, завтра в DC. Илюх, ты пойдешь завтра в DC? Ты сегодня собирался. Че, я бы хантик. А потом, конечно, блядь. Такая игра, в которой... Без ровня пизды.
Понимаешь, просто типа, ну как сказать. Мы же делали голосование, ну, скажи... в начале стрима, понимаешь? Ну да, так ты просто позвал десит, там все на КС. Я, ну я позвал десит, 56 на 44. Да. Это кто выиграл? Если делать голосование, сам понимаешь, всегда Орда. КС. Ну да. Орда! Это все равно, что как Ваде вопросы задает, давай, либо удаляешь канал, либо... Подожди. Илюх, Илюх, заходи быстрее, я хочу удалить ссылку. Орда? Орда или десит? О, да тут очевидно. Десит, нахуй. Кстати, непонятно. Фанаты и поклонники Орды не могут нажать десит, не могут. Так. Фанаты чего? Орды. Я фанат большого пениса, блять. Бустер, так ты... А я. Этот... Лут не поставил? Give me the loot! Не, не поставил. А чего? А, не знаю. А чё? А ты чё? Да хуй знает, а ты чё? Ау! Ау! Здорово. Мое почтение. Так, тихо, у меня тут дела важные. Бля, братик, нихуя ты бурлишь, блядь. Что ты, блядь? Так, я сейчас камеру поставлю. Пашка, что? Фу, блядь. Тут две видно. Да. If you wanna say I'm a golden. When you wanna say I won't have a golden. Baby, I'm a golden. Так, Орда. Десит. Сейчас я просто. А вы кто это? Что это такая, Срога? Это походу из Сима. Не знаю еще. Не. Это порно? Это как-то Ева, не, не Ева. Да, да, порно? Да, да, Ева? Да, да, да. А я такой. А как ее зовут дальше? Ева. Ева Эльфия, как-то так. Да, Ева, Ева Эльфи. Ева Элефант, бля, слон нахуй. Ёбаный сыр. Ну что, погнали? Погнали. Осталось одному Илюшку дождаться, бля, и все. Хера там Орда десит 50 на 50 идет. Не, десит вообще легенда. Мужики, все. Парни, парни, завтра делаем десит без пизды, бля. Пиздеть не стану, брать не буду, бля. Пиздеть реально не буду, ебать. Просто не буду пиздеть, пожалуйста, бля. Просто, ну, не залить, не пиздеть реально не буду. Десит будет. Так, ребят, сейчас подключил камеру. Давай, брат, ты труски одел? Да, 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 есть. Как мне, чтобы сам без труски запускались. Не, дядя, я в киберспорт пока я сутер иду, блядь. Бывает, да, дядя, ты вообще свой лучший разыграл. Тебе сейчас советую реально создавать YouTube канал и просто выкладывать на YouTube, нахуй. Мапки ебал только так, слышишь, бля, у него зерла летела, блядь. Просто пиздец, бля, как легенда, нахуй, просто пишет, бля. Так, парни, я подключаюсь, ебал, пожалуйста, реально. Давай. Да не, блядь, next time. Здорово, Илюх! Что-то тебе не пошло. О, чему вылезло? О, здорово, Илюх. А что у тебя сзади какой-то кто-то? Это кто? Грабитель. Реально? Тебя грабят, долбоёб, нахуй. Ну, я решил, типа... Все-таки я пацифист, не люблю как бы понял, с людьми типа, конфликтовать, ну, и понял, я просто правильно. Сказал, играй в компьютер, не трогай меня, пожалуйста. Бля, ну главное, что он пошел, тоже на встречу сидеть. Да-да-да. Что за ебок? Ну что, тогда мужики, поехали? Ну еще один я еду. I'm ready to set a bitch. I'm already, тоже ready, если что. Мне здесь что, камера работает. Вот, заебись на меня. Сейчас он то пошел, тоже себя в тарочку подзалил. Кого подзаливают? Строго нормально. Хороший выбор, да? Эва, Эва, Эл. Знаешь ее, да? Я не знаю. Как ты ее не знаешь?
Я не знаю. Здоров, брат, не знаю, честно. Все говорят, решил отдохнуть. Может, ты просто... А ты кого бустер поставил? В Виртус проберут. Вместо тебя какого-то якидер. Да, братан, я решил отдохнуть. Ну и что, без бровей, чувак, сидишь, и что? Спасибо тебе. Спасибо большое. Человек без бровей. Ясно, короче, да, решил небольшой отдохнуть, братан. Пусть играет, пусть молодежь развивается, похуй. Скажи, что я на Каролину обиделся, все. Поделаешь, спасибо тебе за питон большой. Серьезно? Правильно сделал, слышишь? Вадим, не обижайся. Нет, все, обижайся, скажи все, чтобы она ничего даже не говорила. Что? Ну что, полетели, мужики? Я да, первый, я мучусь тогда. Давай, может, давай, придумать давай, мне давай. Слово, давайте. Я вас не слышу, крысы ебаные. Стой, блядь, погоди. Идите, как всегда. Все, алло, здорово. Да. Это, все придумали. Все? Это, что, а какие слова? Типа, любые? Ну, я думаю, давай по любым словам, да. Я понял. А что, по существительным? Типа, это по предметам? В смысле? Давайте только без... Может, давай, типа, просто не, давай по существительным. Там... Ну, то есть, без всяких там... Грубо говоря, без... знаешь, там нельзя сказать, что, типа, я там обеспеченный. То есть, вот не это знаю, слово. Давайте без вот таких, типа, серий прилагательных, типа, которые... Да, можно, ну, да. Только предметы... Нет, давай предметы существительные, да. Да, типа, часть идеала. Да. Я полетел тогда? Да. Давайте. Бля, буду судить за спиной пиздят. Короче, давайте ему загадаем. Давай загадаем этот доктор. Ты замутился? Давайте крышку от пробки загадаем. Да. Да. Слышишь? Красава. Давайте крышку за бутылку. Красава, да, сказал? Давай. Ты меня понимаешь? Че? Еще раз. Ты меня понимаешь? Бля, подожди, ну-ка. Ты меня понимаешь? Еще раз, короче. Я. Ты. Меня. Мне. Нет, ты. Меня. Тебя. Меня. Да, понимаешь? Блядь, ебал? С обезьяной, блядь, разговариваешь. Понимаешь. Не слышишь? Ты меня понимаешь? А, ты меня понимаешь? Красава! Я прям понял, блядь, Ебать. Ну, это я понял, потому что это, может, так закрутил. Прикольно. Так, что ему... Давай изгадаем доктор Пеппер. Что про маму сказал, ты сука? Давай крышку от бутылки, блин. А давайте ему загадаем какого-то персонажа с сериала. С сериала. Крысы, бля, засаживают. С сериала какого-то прикольного. С сериала? Ну то, что все смотрели, это, наверное, «Игра престолов», да? Я не смотрел. Я не смотрел. Давай с «Игру престолов». Ну он смотрел, Бусь смотрел. Ну Бусь смотрел. Давайте беса, давайте беса, беса. Не, давай ему Джон Сноу. Ну, это самый легкий, самый прям легкий. Дейнерис Таргариен. Нет, это то же самое. Ну, бля, это... А, стоп. Ну, да, это самое. Пес! Давайте пес! Ну, пес, он... Гора, гора он быстро называл. Пес или бес? Пес или бес, да. Пес, это охуенно. Бес, это как? Бес это мелкий. Понял. Давайте без. Пес Лерин Лавин. Да, да, пес охуенный. Пес охуенный. Не, можно пес? Я не смотрел, похуй. Давайте по имени, так он вообще никогда не угадает. Нет, пес. Сандер Клиган, по-моему. Бля, если я угадал, я просто гений. Да, ты да, да. Ну, если он назовет имя, то тоже будет правильно. А как его? Боже, какой же гений! Да, 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 ты правильно. Возвращаюсь, да? Хантик. Нет. Нет? Все, да? Да. Вы загуглите на всякий случай? Тебе скинуть мапку? Давайте я ему напишу, я ему напишу. Стоп. Вы, да, зачем нам вы будете отвечать просто? Стоп. Вообще уверен, что это слово знаю? Чтобы... Если вы там гуглите, блин. Да, 100%. Говорили все. Не, обычно вы мне загадываете, которые я написал, не знаю. Нет, ну, блядь, кто виноват, что у тебя слова на запас 3 слова, ёпта? Боже, ну не наша проблема. Чё, да, готов, кто я мучусь. Давайте мне. Давайте. А, хорошо, понял. Все, строго. Сейчас замутился? Строго? Да. Капец, он чмо, конечно, пиздец. Имя строго, ты вообще хуйло. Да. Вообще ебаная, блядь. Давайте ему загадаем. Я сейчас смотрю на него, и я... Мне сразу... Ёршик. Давайте ёршиком А какой? Морской ёрш? Давай. Туалетный. Ну да, башка у него как ёрш, нахуй, ещё лысеет. Слышь, просто пудрами весь, нахуй. Посмотри, у него волосы сыпятся. Ёршик, заебись. Всё. Ему боток сделать, слышь. Здорово. Всё, так быстро? Да, быстро. Я надеюсь, вы не вот то, что мы на аватарке, да, поставили, это загадали? Не-не-не-не. Ты мой пёс, ковка... Так, чё мапки? У тебя эта песня, что ли, играет? У кого? У тебя. Не, почему? Я просто в чат твой смотрю, у тебя там песиков кидают. Не знаю, может, у Мика Топса загадали? Нет. Так они же нас не слышат. А, точно, блядь. Как? А чё, кто мутится? Не, не давай, ракушка. Ракушка. Они нас слышат. Он выключает у тебя звук, да? Да, вы меня слышите.
В смысле? Аккуратно, не открывай там все, типа. Блять, кто мне звонит? Я прежде сначала обернулся, потому что это мне. Я просто. А что, мы мапки загадывали или что? Мапки? Давайте мапки. Давайте ему бомж. Бомжара. Бомжара? Не, бомж. Бомж. Давай, давай, интересно будет отгадывать. Да, давай, бомж. Бомж, балдеж. Так, уебан твиттер. Так, все замотивает. Мапки. Мапки, ты вернись, блядь, как он? Что? Не, да там долбоёб не вернулся. Мапки, мапки, ты мапки, вернись! Вот, ты вернись, да. Муть, Вадя, муть. А чё, мне не загадали? Загадали. Не загадали, братан, у тебя вообще пиздец разъёб. Сейчас напишу. Мне не писали просто. Мне вообще пиздец. Я вообще пиздец. А чё загадали? А, вижу. Да, сейчас скажем, блядь, чё загадали на вслух. Мапки же вернулся, блядь. Чё, Вадя? Давайте его ебану теперь загадаем. Что-нибудь слишком очевидное, не загадывайте. Давайте тогда брови. Ладно. Это слишком очевидно, брат. Ты вообще не очевидный. Я вчера такой говорю, давайте брови загадаем. Он размучится, говорит, ну только не говори, что вы брови загадали. Давай циркуль. Циркуль? Ну да. А может цифру загадаем какую-то? Не, ты что, это сложно будет. Ну это, а как это описывать? Ты просто, к этому, как он придет к этому? По вопросам, это ж пиздец. Да, это пиздец. Знаете, герб Украины. Бля. Знаете, такая штучка, он знает, Herb, что это. Герб Украины? Да, он знает, что это. Ну, президент Украины? Кто я? Президент Украины? Зубенко Михаил... Давайте мы Зубенко Михаил Петрович за это. Как мы его описываем? О, в натуре! А сколько ему лет? А, он же говорит? Мафиозник. Где он живет, а там есть вся информация. Шумиловский городок. Бля, не, ну Зубенко хуй, такая система. Мы слишком мало о нем знаем, мы сами не ответим. Зубенко, а Михаил Петрович. Шумиловский городок. Мафиозник. Надо что-то такое придумать, что вообще охуел. Но в то же время, бля, не такое сложное. Я не знаю, дядь. Может, я тоже не знаю. Может, давайте родинка. Не? Да не. Ну что, нормально. Все? Я циркуль предложил. Да не, ну типа нужно что-то... Ну, давай циркуль. Слово прикольное, но хочется, чтобы типа... Слушай, как-то но прикольно было. Циркуль это прикольное слово. Я не уверен, что он даже его знает вообще. Не хотите ему какой-нибудь Blood Trail заказать? Я не знаю, что это. О, кстати, охуенно будет. Это хуйня. К этому тяжело подобраться, мне кажется. А, он говорит быстрее говорит. Blood Trail? Ну что, давайте. Давай циркуль. Ладно, не знаю, мне все равно. Давай циркуль и хуй с ним. Давай циркуль, блядь. Бля, ну это легко, мне кажется, будет. Да пиздец, он, дядь, он не знает такое слово, я тебе отвечаю. Мне кажется, бля, наоборот, меня. Да ладно, пофиг, ну, легко так легко. Пиздец. Бля, ебать, чуть-чуть камеру не уронил. Все, не говорите ничего. Осторожно, осторожно. Хули вы так долго, блядь? Братан, такая дискуссия была, ебанутая, блядь. Все, ну, слово у тебя достойное, слово давай, достойное. Давай. Сложное? Не-не-не. Очень. Ну ладно, да. Правда сложное? Да. Пикать. Слушайте, давайте ему, стойте, интересно... Пабло Эскобар. А он вчера слышал, когда я говорил этот, Бенджамин Баттон? Наверное, да, он в чате сидел. Он параноир что-то ебаный. Бенджамин Беттон, давай. Блядь. Давайте ему какой-то... Давайте ему какого-то... Давайте мы закажем персонажа из какого-то фильма, но не такого, типа, прям банального. Стивен Сигал. Может быть... Слушай, может быть, этот Рон Уизли? Давай Джеки Чан ему закажем. Да. Джеки Чан. Джеки. Хотя... Ну да. Не, мне кажется, Джеки Чан это изи. Думаешь, изи? Ну да, давай прям сложнее. Давай Рон Уизли. Ну нет, блядь, ну хуй. Или ну, это тоже, типа, Гарри Поттер, ты называешь трех основных там всяких. А что, это сложно дойти до Гарри Поттера? Да, ему надо дойти будет. Ну, давайте, еще не основой. Если так говорить, а может быть, слышишь? Да. Давай Рон Уизли, да, давай Рон Уизли. Давай хуй с ним. Он фильмы смотрит, он, естественно, знает его, да. Он знает 100%. Такой ебан. Сейчас возьмут, я Рон Уизли? Сразу же. Я Рыжий? Expectium Leviosa, блядь! И улетел на метле, ебать. Давай, все. Давай. Wingardium Leviosa, а не Expectium. Leviosa! Бля... Размусь ты, долбоёб? Ты долбоёб, кстати. Я сейчас что? Что, Гарри Поттер разгадал? Давай, короче, переделаем. Бля, Лёх, давай, ладно. Показал крестик, говорит заклинание. Да это Лёха долбоёб, давай, замутим. Бля, такое слово охуенное. Сидит крестик, машет и орёт. Так он так сидит, он даже не нажал ничего. Смотрите, я предлагаю что-то оставить с этой же тематики. Давайте тоже персонажа из другого фильма. Давайте Сара Коннор.
Это Терминатор. Ну, блять, хуй знает. Только не надо сейчас, когда он размыться, говорит, остановись-то, бейби, блядь. Давайте будет Леголаса. Арнольд? Не-не-не. Это сложно, блядь. Ну, давай, можно. Ну, вообще, с Аракона нормально. Давайте ему свинка Пеппа. Он придет для этого? Мне кажется, сложно будет. Ну, сложно. Ну, как раз заебись. Ну, как раз заебись, я имею в виду. Бля, так охуенно с Роном Визли придумали. Да. Как же ты чего, блядь? Давайте свинка Пеппа, посмотри, как он будет это угадывать. Может, мы сейчас с ним поговорили, я оставил ему Рона Визли. Не-не-не. Ну, вообще, он сказал Гарри Поттер, да, но Лёс учился. А давайте попробуем. Да не-не-не, слышишь, мне кажется, мы уже подвели его Гарри Поттер, знаешь. Да, он поймёт, что к этому идти не надо. Да, да. Ладно, давайте. Слушай, а может, Фредди Крюгер, Диман, пишет? Давай Фредди Крюгер, похуй. Можно либо Фредди Крюгер, либо этого, как его, из пятницы 13-й, как его Джейсон? Зовут? Джейсон, да. Он Джейсона знает пиздец, он типа... Бля, кстати, доктор... Джейсон, он его всегда называет... А может, слышишь, доктор Октопус, блядь? Да, Фредди Крюгер. Джейсон Вурхист. Не. Можно Майкл Майерс, который этот... поняли? Вон. А Майкл Майерс это кто? Про Джейсона я дохуя что знаю. А Майкл Майерс это кто? А может, слышишь, а может, Саб-Зиро, блядь? Может, кто-то из Mortal Kombat ему захуярим? А он скажет, типа, есть какие-то суперспособности, он сейчас это не, говорит. Не, ну давай тогда... давай, ну пусть спросит, какая разница. Давай Джейсон, давай Джейсон. Давайте Соня. А может, Джонни Кейдж? Может, Джонни Кейдж? Джонни Кейдж! О, Джонни Кейдж! Джонни Кейдж! Джонни Кейдж! Вы думаете, он знает? Он же кидает... Знает. Он же кидает... Может, какой-нибудь не знает. Не-не-не, у Джонни Кейдж... У Джонни Кейдж есть, грубо говоря. Давай Кунг-Лао. Ну, мне кажется, Люкан... Рейдер! Джонни Кейдж охуенно. Не знаю, блядь. Давайте Джейсон. Ну, блядь, у всех просто простые слова. Кикантик будет сидеть, блядь, и угадывать же. Ну, так Кикантик, блядь, как бы себя зарекомендовал, как хуйло, блядь. Давай Джейсон, давай Джейсон. И все. Ну, давай, ладно. Давай Джейсон ему. Пятница 13. Давай. Все, я мутаюсь. Я пойду, отойду пока что. Давай, братанчик, и меня отсосал твои яйца вонючие, блядь, паскудные ебать. Вы ему напишите? Ебать вы долго, бля. Дядь, ну мы тебя так загасили, это пизда реальная, бля. Что-нибудь запишите слово, видите? Блять, кто-то запишите, да? Там короче, просто ты нам, ну, не ты нам запорол, а нам Илья запорол хорошее слово. Запишите, кто. Да. А что было, какое было там слово? Там был, ну, похуй, вижу. Рон Гризли, знаешь такого? Так что, бля, ну мы к тебе, слышим, мы к тебе, так сказать, серьезно отнеслись, потому что... Вы мне что-то сложное загадали? Просто вы так долго думали, это пиздец. Ну, тоже неплохо, слышишь? А что то кто-нибудь пишет Квикантику? И Илюхе давайте придумать уебану этому. Квикантик, у меня сложное слово? Кто-нибудь пишет неплохо, Квикантику? Да. Давайте возьмем какой-нибудь... А у меня Квикантик сложное слово? Стой, давайте какой-нибудь диджея возьмем. Да, неплохое. Нет, какой диджея, нет. Хантик. Вот он всех меня... душит, он всех душит, давайте такое ёбнутое наоборот, чтобы он охуел. Да, у всех хорошо, сложные слова. Поверь, он очень хорошо догадывается, очень хорошо. Давай тогда... Сложное. Давай тогда... А что мы к механтику загадали, вы я напишите? Могу... Да, напишите, потому что пури-пури, папа-репа. Напишите, короче. Блядь, ну что-то такое... Вадя, бустер. Да. Что? Вы напишите к механтику слово? Ну, я не знаю, я могу только по персонажам сложно что-то придумать. Надя, какого мы выбрали? А ну, замуться, Кикантик. Бля, я не могу слово придумать. Мы Джонни Кейдж ему придумали же, да? Не-не-не-не-не. Джейсон. Джейсон. Как он, блядь? Расцветали яблоки и груши. Может, звуковую карту Илюхе загадаем? Звуковую карту. Так, я хуй за чулики. Я не знаю, я могу сложно только додумывать до персонажей, типа, я не могу. Диман, помоги, слышь, не, Оскар не пойдет, что за Оскар, блядь? Оскар, типа, эта штука, статуэтка. Или хотите Оскар? Оскар Кучера давайте. Бля, он хоть догадается. Типа, это вообще, ну, а что, я один знаю, кто это, блядь? Вы все знаете его. Нет. Да, братан, конечно, у меня все постеры на стенах в нем извешены. Оскар в ковчеге, блядь. Загадайте, Джонни Браво пишут. Не, подожди. Легко будет для него, я уверен. Давайте Джонни Браво, эпоху, реально. Или Оскар, реально.
Кто такой Джонни Браво? Давай. Это персонаж мультика такой. Давай Ким 5 с плюсом. А давай ему загадаем, мы Димана загадывали, слышь, мы угорали с Куколда, давай ему загадаем Куколд. Давай. Мы так угорали, это пиздец. Давай. Бля, только мы с ним это загадывали, слышишь? Может, это не Куколд, а что-то такое, другое, такое же по теме. А, давай стриптизер. Давай, стриптизер, ебать имба. Бля, ман. Много раз кто говорил. Стой, Бустер, а ты что, не смотрел с Ким 5 с плюсом? Ты что, пишут не Куколд, а джентльмен. Не, не смотрел Ким 5 с плюсом. Джентльмен, было. А, это у меня было. У вас было. Да. Я пошел, случайно пошел. Посмотрел в чат. Пошел бы. А размутиться сказать, не? Нет. Я не Джонни Браво, блядь. Какой ты Джонни Браво, ебать, слышишь? Чахлик, блядь. Рыхлик, блядь. Давай, возвращайся. Все, мы же загадали. Мы же загадали стриптизера, все. Все, оставляем. А зачем он зеркалил в другую сторону? Я говорю, я в чат случайно посмотрел, да я похуй, Джонни Браво? Не, ты не Джонни Браво, мы тебе ответим. Я просто даже не ебу, кто это. Ну, ты типа, Браво, я слышал, агент Джонни Браво что-то, ну, я не знаю. Джонни Браво, да. Это мультик, понял, типа, где такой мы качок. Мы думали, красивый. Легко будет для тебя. Ну, да, мы думали, вообще изи. Давай, слышь, это. Я не пришел бы. Давай вопрос. Я бы тоже к таким словам вообще бы никогда не пришел, мне кажется. Я... Раз! Дмитрий Ликс! А, друг для нас. Я вспомнил, кто такой Джонни Браво. Ну, блядь. Я обитаю на нашей планете? Нет. Какое не слово? Я... А что я один отвечаю, может, ну, я помогите как-нибудь, кто это вообще? Да, не на нашей вообще? Планете. Я не знаю. Мне кажется, нет. Планет. Нет. Ты имеешь в виду, типа, мир, ну, реальный, который наш. Ну, с Земли, я с Земли? Так смотрите, это... Да. Ну, слушай, значит, да. Смотрите. Нет, просто смотрите. Стоп. Нет, ты из Земли, все, не слушай. Не, стой. Если это у нас на Земле в фильме, то я не с Земли. Просто смотри, поставь правильный вопрос. То есть ты можешь встретить... То есть ты можешь встретиться с этим человеком? Задай вопрос, давай дадим шанс. Я, задай, смотри, вопрос. Ты можешь не знаю, что вы мне загадали... Не знаю, вы мне загадали реальность? Или фильм, неважно. Этого персонажа можно встретить на Земле, на планете Земля? Нет. Вот, в этом прикол. Просто да. Сейчас так был вообще... Так это такой был вопрос! Да, но там по-другому... Я спросил, я с Земли, я с планеты Земля. Вселенная, он имеет в виду нашу Вселенную. Он спросил, с нашей Вселенной? Это имеет в виду... Нет, он сказал... Не, ну я имел... Он сказал, я с Земли, ладно. Типа... Да, я тоже... Ты с Земли, но если встретить, а как вы поняли, как я с Земли? Я просто не понял. Да иди ты нахуй. Забей, это не... сложно будет сейчас. Просто вы меня сейчас запутаете изначально, я вообще не в ту сторону пойду, блядь. Не, просто... Блядь. Короче, я имел в виду, я с нашей планеты или нет? Нет. Блядь, опять то же самое, блядь. Ебать, ты вопрос уже задал. Тупой, блядь. А теперь Вадя говорит нет, когда сказал да. Ну я имею в виду, блядь, уже ему... Короче, ты не можешь его встретить. Все. Реальная жизнь. Иди нахуй больше. Больше мы тебе вообще не отвечаем теперь. Вообще пропускаешь пару ходу. Все, я догадываюсь сам. Сейчас, смотри, он уже готовит какой-то вопрос, смотри. Опять такой же самый. Нет, ну если бля, я его не могу встретить, нахуй. Смотри, если я его не могу в реальной жизни встретить. Тогда иди нахуй! Ну, то есть, может быть, он обитает на Земле, но не в реальной жизни, в каком фильме. Блядь, ты уёбок. Хуй. Естественно, я персонажа фильма не мы могу... Мы тебе сказали, ты не можешь этого человека встретить в жизни. Смотри. Вопрос другой был. Я с планеты Земля. Да мы не знаем. А что вы вообще нахуй загадали, блядь? Сейчас, подожди. Допустим, если инопланетянин, блядь, то понятно, что не с планеты Земля. Вопрос такой был. В смысле? Короче, да. Он с планеты Земля. Все, иди в пизду. Да, все. Ты с планеты Земля. Я не знаю, что записать. Сказали, не с планеты Земля, сейчас с планеты Земля. Короче, еще не с планеты Земля. Короче, записывай, да, и скипай. Хорошо. Пиздец. Все? Давай, Струк. Я предмет? Да. Я этот предмет могу поднять? Да. Ну, ты не факт. Да, можешь. Можешь, да. У меня есть этот предмет? Не знаю. Парни, ну а у вас? Скажите сразу, ладно, я не котопёс, блядь? Нет. Вы меня заебали. Ой, нахуй я сказал? Нет. Да, строго, да. Строго, а что ты сразу сказал предмет? Ты что, спалил слово? Нет, я в прошлый раз всегда говорил предмет. А, понятно. Ты забыл.
Почему не все спамят котопёс, котопёс? А, я одушевлён. Ты не котопёс, блядь. Да. Я, да? Ты не котопёс, это вообще не то, не с тем связано. Одушевлённый, да. Закрыть чат, да, полностью? Угу. Угу. Я одушевлённый. Если меня не обманули. Окей, спасибо. Я человек? Да. Да. Я мужчина? Ну... Как Диман говорил, можно отвечать, типа, так, да. То, что ты может мужчина. Быть и по-другому. Может быть и по-другому. Все. Да. Все, 3D было? Да. Я одушевленный предмет? Ой, я говорю, предмет, блядь. Ты долбоеб уже ебаный. Я одушевленный этот, блядь. Я одушевленный? Да нет. Ну все, блядь. С этим дебилом, с предметом, блядь, я уже сижу, думаю. Так. А кто я тогда? Сейчас тебе скажем, братан. Ну, да. А кто я? Окей, я одушевленный. Я одушевлённый? Да. 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 Я персонаж? Да. Да. Я персонаж фильма? Да. Да. Балдёжно. Хуйло в игре у нас какой-то умный. Бля, нахуй мне хуйню опять загадали, бля, это с колобком, как я сейчас буду тупить. Тебе пизда, товарищ, тебе пизда реально. Пока ты отгадаешь, у тебя уже брови нахуй отрастут. Я одушевлённая? Да. 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 Я живой. Я могу... Работать, убивая, бить, либо до ебаного талого тусить. Я могу этого человека, которого вы загадали, встретить в жизни. То есть я могу с ним встретить. Да. То есть он из нашей вселенной. Так. Ой, бля. Это медийная личность? Нет. Нет. Поехали. Пиздец. Я персонаж? Да. Я выгляжу так, как человек. Ну, и руки, ноги. Да. Да. Я персонаж фильма? Нет. Хороший вопрос. Нет. Если сомневаетесь, посмотрите. Нет, не персонаж. Хорошо. Нет, про прошлый. Я предмет больше, чем вот это. Телефон. Ты опять свой гнешь линию, что ему твой член маленький заговорил? Больше, да. Плюс адрес, блядь, долбоёб. Я работаю при помощи проводов? Нет. Нет, ты... Мне все время такие вопросы, блядь, да-да. Потому что, по идее, я так понял, одинаковый вопрос, как и тогда был. Бля, я ни разу не отгадывал какую-то такую залупу ебаную. Да отгадаешь, не ссы, брат. Ну там у тебя пиздец. Я еще думал, вообще знаешь, что это слово или нет, блядь. Я такие, да знаю, знаю. Я говорю, да посмотрите на него, блядь. Что это за слово? Да не скажем, брат, ну думай. Ну это я придумал, блин. Это Квикантик, если что, на него слышь обиду задерживаю. Типа, придумали. А школа какая-то хуйня, да? Не знаю. Так стоп, а почему? А мапки мы пропустили, я прослушал уже? Чё? Я... Нет, в смысле? Ты же этот? Я этот. Я выгляжу как человек? Хорошо, прощай. Да. У меня руки, ноги. Да, да. Я... Два вопроса было или что? Не-не-не-не. Это я объяснил просто. Я снимался в каком-то фильме? Да. Да, есть прям название такое. Так, ты тут не пизди. Ты тут не пизди, понял? Там это слово еще. Я популярный? Нет. Блин, ну мы сейчас его как-то запутаем, мне кажется. Нет, нет, не популярный. Не популярный, в смысле, нет. Окей, все. Я бы мог работать, убивая, тут я бы намотал. Давай, ебанчик, брат, тащи. Я, скорее всего, понял. Куда надо идти, если ты загадал Квикантик. Я связан со школой, да? Да. Да. Тогда я... Так, подожди. Я предмет, который есть в каждом классе? Нет. Нет. Что? Нет. Ну, его может и не быть, да. В смысле, и он не только со школы уже. В смысле, блядь, ну это индивидуально рассматривается, хуйня, вы чё? Он спросил в каждом классе, то есть, причём здесь уже индивидуально, он спрашивает в каждом классе. Так я и не понял, блядь, вопрос. Но он намекает на учебники, к примеру, понял? На парты, грубо говоря, можно. Да, на парты, к примеру. Парты, доски, указки, то есть... Да. Успокойся, Илюш, не запутывай. Так, ладно. Стол, типа, шкафы, книги. Так, я персонаж фильма, хорошо. Я мужской персонаж? Да. Так. Угу. Я персонаж многосерийного фильма? Да. Так.
Хорошо, персонаж из фильмов Дисней? Нет. Дисней, блядь. Так, ну, а я задаю, да? Да. А, так. Получается, я живой, могу встретить. И... Я животное? Нет. Скружи, блядь. Скружи, убираю. Так, я. Меня показывали по телевизору? Да. Да. Я персонаж мультфильма? Нет. Нет. Ну, строго, блядь. Я сделан из ткани. Нет. 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 Я могу встретить его на улице? Да. Да. Ну, типа... Это Боурин, блядь. Снимался в фильме... Тащи, тащи, братан. Тихо, хотел спросить, забыл, но... Идёшь, блядь. Нихуя мне курьерша придёт, жёсткое имя, блядь. Да тихо, так башка сбилась. Давай. Ты чего еще спросить? А, что-то из моего имени есть в названии фильма? По-моему... Типа... Нет. Блядь, но тебе это не даст под... Так тебе уже говорили это. По-моему, ты Илюха спрашивал, вылетел. Да, такой, брат? Не спрашивал, просто тебе Илюха сам... Вылетел. Ребята, Илюха унесло, сейчас члены заползут. Да. То есть да. В смысле да? Лучше не задумывайся. Я что-то... Да, да лучше, короче, не вообще не двигайся в этом направлении, братанчик. Блять. А то ступишь, тебя попу отъебут нахуй, лучше не рискуй. Нет, это вопрос был, да, то есть нет. Даже если по вопросу... Я уже примерно понимаю, что это, типа. У меня много слов, но я уже примерно понимаю, что это. Ну, вот это самое главное, понимаешь? Ну, потому что самый, ну, типа, кликантик мне взял сейчас, сказал, блять. Типа он школяр, блять? Ну, он сказал, типа, это слово придумал я. Типа, я такой, говорю, связано со школой? Я говорю, да, ну, типа, все. Понятно, короче, из-за кликантика. Просто если бы это было не связано со школой, то значит слово кликантика я бы никогда в жизни не угадал, потому что там были Одес, блядь, Аделдидл, блядь, короче, ну вот эти, блядь, всякие долбоебы, которые, знаешь, 15-я роль, блядь, за кадром, нахуй, в массовке, он знает его имя, блядь. Который, слышишь, туалетную бумагу менял в туалете рулон, блядь. Который в конце бежит на конце, который просто чисто, блядь, для общего взрыва, нахуй. Кюканик, значит, адрес, блядь, у нее даже есть нахуй это, блядь. А, чат, а что вы поставили сапчат, у меня же вроде этот. Ну, давай. А что, давайте. А, я? Так, смотрите. Так, я предмет, который не в каждом классе находится. Я предмет, который нужен только на некоторых дисциплинах, правильно? На некоторых предметах. Да. Да. Я нужен... Нет, подожди, не так спрошу. Фатя, что у тебя за лимонад, который еще что-то... Который за 15 рублей, блядь. Это сифон, да? В смысле? Нет, это не сифон. Что это напиток? Знаешь сифон, блядь? Да, конечно. Здоровенный. Малиновый компот. Знаешь, он бывает в таких огромных штучках. Да, я такой... Сифон! Сифон! Сами добавил, бля! Сифон! Да, это Ваня. Давайте самое дефолтное, наверное. Я не нужен на географии? Нет. Ой, стоп. Не, вопрос очень тяжело поставил. Да, не нужен. Да. Не-не-нет. Ну стой, давай, можно мьютиться, обсудить. Ну, по-другому, типа. Ну, типа, когда контурный кантер. Да, в географии используется циркуль, 100%. 100%? Да, 100%. Я ни разу не использовал. Я тоже не использовал, но... Не, ну, контурные карты, типа, там эти медианы рисовать, как их ебу, блядь. Тихо, там не маши. Не, ну, возможно. Все, Илюх, ты подсказал очень жестко сейчас, мне кажется. Ну, ладно. Ну, блядь, да. Может быть, она это не заметила. Он на тебя смотрит. Типа, эй, Ю, ты знаешь обо всех? Думал то, что я сдулся, думал, сел. Знаете, что там используют? Там используют циркуль, измеритель. Или это он есть? Ну все, значит, да. Если по факту используется, все.
Все, давайте, погнали. Все. Надеюсь, он сейчас не скажет на это. Ну чё, блядь? Используется, да? Да, используется. Так, ну вы так спорно, блядь. Смотри, ты задал вопрос, я предмет... Нет, получается. Ответ на вопрос нет, да. Да. Ты задал вопрос, я предмет, который не используется на географии, нет. Да, все, получается, пиздец, нет. Пиздец, блядь. Зря ты замудрил, слышишь? Если вы спорили, стоп! Блядь. Так он спросил, какой вопрос ты задал? Я предмет, который не используется. Нужен на географии. Да. А, тогда нет, да. Все, Илюш, спасибо, нужен что нужен на географию. Да, молодцы, так. Мой. Хорошо. Чтобы это... ясность, вот эти вот вопросы с ней, это всегда, блядь, такие, знаете, типа да. IQ. Нет, то, блядь. То next. Я думаю, так. Персонаж фильма мужской. Не Дисней, блядь. Да хуя такого? Погоди, вот вопрос, типа, ты вот сказал многосерийный, ты имел в виду сериал или то, что у этого... Нет, именно много частей. Знаешь, есть трилогия, это уже многосерийный. Да, все, многосерийный, правильно, да. Окей, ладно. Хорошо. Ну, бля. Это не супергеройский фильм? Нет. 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 Стоп, это... Да уже все. Правильный я... ответ на вопрос? Я спросил, это не супергеройский фильм? Ой, это, да. Да. Это не супергерой. Блядь, хорошо, что он переспросил, долбоёб. Да. Ну, я долбоёб. Вот крыса, блядь. Да, ты долбоёб, ебаный, реально. Хорошо, это... Это знаменитая студия сняла этот фильм? Да. Стоп, погоди, ну, блядь, ну, сейчас, слушай, подожди. Знаменитая студия... Я проверю. Не, вот я проверю. Для Хантика любая студия знаменитая, блядь. Нет, даже нового какого-то просто, типа, знаменитая, это, типа, там, Warner Brothers, Disney, Twitch. Да, Twitch, тоже знаменитая, брат. Твитч Иван Пилотс, блядь. Сейчас я посмотрю. Блядь, что вы нахуй загадали, сука? Сейчас скажу. А мне кажется, да. Лорд Гузлик у тебя загадывал. Бля. А кто мне загадывал? Че, Илюх? Сейчас завали, слышки, Ханди, куша. Paramount Pictures. Это прям первая часть? Не знаю, но вот «Пятница 13-е. Новое начало» с Джейсоном снимал Paramount. Да, Paramount, и Warner Brothers. Ебать, его смотреть даже нельзя. Так в смысле? Конечно, да. Это же он же в DC есть, помнишь, в игре? Injustice. Да, точно, в DC есть. В Injustice есть. А, ну и в Mortal Kombat он есть. Да. Paramount Pictures же Mortal Kombat. Все, давай. Давайте, закроем. Возвращайся. Возвращайся, хуило ебаное. Братан, ждем тебя, братан. Да, я думал, там вообще какие-то бомжи сняли, блядь. Ну что? А, дай. Бомжи сняли. Какой вопрос был, повтори. Бля, я не помню, как я сказал. Это знаменитая студия сняла фильм? Да. Знаменитая студия. Вадя, я понял. А что, нет, что ли? Что? Да. Это вообще другое. Хорошо, знаменитая студия. Братишка. Да. Бля, я буду только по студиям хуярить. Это Paramount Pictures? Я вот, ну, вопрос, что тебе это даст, блядь? Мне вот просто интересно. Ну, блядь. Ты подумай просто, типа, вот я... Ну, что тебе это даст? Нет, не Paramount Pictures. Все, окей. Ну, мне студию надо. Да подожди, блядь. Да, Paramount. Paramount Pictures. Просто я у Бустера по губам прочитал. Все, ну это тебе... Они сняли миллион фильмов, блядь. Что тебе это даст? Ну, у меня есть только один из фильмов знаменитый, который они сняли. Какой? Трансформеры. Хорош. Мы тебе Бамблби загадали. Ты ебаная жестянка, блядь. Да, реально. Ты Жигуль, ебаный, блядь. Все, угадал. Ебать так, типа, такой, блядь, трансформер. Ты, может, другой ему загадаю? Давай другой. А что, в смысле? Да пошел ты нахуй, какой Бамблби, ёпта. Десептикон, блядь, иди в пизду, блядь. Сиди нахуй на жопе ровно, автобот, я Оптимус Прайм, блядь. Вот такой легкая. Нет, в смысле, я просто, я не знаю, ну, серьезно, ответьте нормально, я просто не понимаю. У тебя 3-2 уже было, ты не можешь по вопросу задавать. Давай, как у тебя нормально, ты охуел, мы тебе сказали нет уже. Так, Илюха говорит, у тебя 3-2 уже было, блядь. У тебя 3-2. А на чем да. Нет? Я не понял, на чем нет. Хорошо, давай. Нету. Ты у него 3-2 было, нет? Да. А, да. Все, тогда окей. 3-2. Тебе 3-2, блядь. Заебал. В онлайн-дневник. Paramount этот, блядь. Так, мы остановились на том, что я не животное. Получается, я не Скруджа. Так. Ты заебал. Я мужчина?
А, подожди, кто ты? Понял, я могу быть и мужчиной, и женщиной, да? Да. В принципе, да, но там... Не, блин, ты мужчина! Ну, ты мужчина, да. Мне кажется, да. Да, ты мужчина. Ты мужчина! Мы оставляем это как один вопрос? Да. Один. Все, спасибо. Получается, это сейчас третья, да, была? Я профессия? Ну, наверное, да. Да, да. Пизда, блядь, если вы так думаете, я хуй, это что-то неочевидное. Блядь, ёбки нахуй, либо что-то сложное, либо какую-то фановую хуйню загадали. Ну, дядь. Не, ну я просто исходил из логики, то, что, типа, я живой, меня можно встретить, я не медийная, значит, я профессия. Да, типа. Да, я, да, я да ты профессия, все, братанчик, ты профессия. Ты профессия, все, иди нахуй уже, ты заебал. Только звали ебал уже, нахуй. Блядь, как бы такой вопрос задать, чтобы профессии... Ты не волнуйся, не торопись, слышишь? Хочешь ход вообще пропустить сейчас? Это... Да. Просто нихуя. Так если нет вопроса, нахуй ты задержишь очередь. Понимаешь, нет вопроса, нет ответа, блядь. Сейчас. Не знаю, что, знаешь, обошел нахуй. Сейчас нужно подумать по профессиям, какой вопрос можно сузить, блядь, представление нахуй. Подумай, подумай, не торопись, Илюш, аж время дохуя мы ждем. Твоя профессия помогает людям. Смотри, смотри. Это не творческая профессия. Творческая. То есть это там типа. Творческая. То есть, ну, похуй, у меня и так, и да, да, я типа вот таким. Это творческая профессия. Да. Не, ну замутьте, 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 Надилю. Только реально замутьте. Не читай, не читай по губам. Да, 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 похуй, не надо мучиться. Все правильно. Алло. Да, да, да. Ну все, посиди, замучь. Нахуй он замутился? Пока тут разговоры идут. Алло, долбоёб, не надо мучиться, собака ты ебаная. Не надо мучиться, все, да, все четко. Творческая профессия? Да. Да. Я понял. Не надо нам говорить ти-ти-ри-ти-ри. Кто сейчас? Строгов. Кого как будет разница понятие творчества, блядь. Мне сейчас, блядь, интересно, как... Строгов, давай, 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 Строгов, да давай. Я сделан из пластика? Да. Да, но не всегда. Не всегда, но больше, чем из пластика. Я круглой формы? Нет. Ну, и бываю. Не, ну смотри, ты имеешь в виду прям вот предмет, вот исключительно круглой формы. Ну, например, кастрюля там, я не знаю, вот такой. Нет, 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 нет. Все, съебался. Все, окей. У меня есть суперспособность. Да, запах. Нет, все супер. Да нет, это шутка, шутка, шутка. Я снимал. Давай, давай, уехал, блядь, дядь. Мы тебе нет. А, блядь, нет, сука, ну иди теперь. Так, смотрите, короче, у меня такая проблема. Я не знаю, что мне делать. Я могу начать угадывать просто слова, но, блядь, это продлится миллион лет. Смотрите, вы очень думали... Не, честно, я в тупике, мне не получается предметы нормально угадывать. Я что-то типа. Ты прям... пришел к этим. Смотри, смотри. Вы на географии очень жестко думали. Что вообще нужно на географии? Я. Просто у меня такая проблема, я в школу не носил ничего. Кроме петард. Я носил петарды. Да. У меня был такой пенал, типа открываешь пенал, и там такие резинки были. И там порох. Не, нормальный чил, только ручку таскали. И ебать, дядя, ты подрывник, блядь. Короче, смотри, ладно, 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 смотри. Вы сказали, что это нужно на географии, но это не повседневное. То есть ручки, карандаши, все откладывается. Лицо младенца. Ну, блядь, я не знаю. Но это нужно, получается, если вы сказали, что в географии... Это нужно, но вы думали, то это нужно на других еще предметах, правильно? Это вопрос? Это, да, это вопрос. Ну да, да, да? Да. 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 Я точно знаю этот предмет, я им пользовался хоть раз, блин. Да, не знаю, пользовался ты или нет, возможно, но ты точно знаешь. Да, ты его точно знаешь, но, возможно, не пользовался. Да не, блядь. Где у нас много... короче, давай отсекаем отрасль.
Не, ну, блядь, это не может же быть одно и то же. Я же не нужен на физре. Нет. Нет. Я не нужен. То есть просто... да. Да, да. А, да. Да. Ответ на вопрос да. Сука, уже третий раз, блядь, пивмав. Хорошо. Получается, два да. У меня есть еще... Я нужен... Блядь, вот это неправильно будет сказать. Смотря как вы мне ответите. У тебя в любом случае либо третье да, либо нет. То есть ты можешь... Да. Нет, просто я не понимаю, есть ли смысл мне разделять. Я нужен на математике? Да. Не да. разделяйте это, я имею в виду в общем математика. Да. Есть... И геометрия, и алгебра. Да, 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 да. Да. Нужен на математике. Ничего. Ну я, короче, примерно, скорее всего, понял, кто я. Давай дальше, квик срака. Блять, что-то я нихуя не понял. А быстро пропустил ход, что ли? Да, подожди, мапки, мапки, а ты что не... Или... Я а, уже задал я вопрос. Да, я сейчас... Я что-то нихуя не понял по вашим ответам, короче. Не супер. Брат, давай, задавай. Не, серьезно, я не понял, типа... Финальный ладно. Вопрос. Ты сказал то, что он многосерийный в Paramount, блять. Я из трансформеров? Нет. Так, окей. Я, короче... Паро. Я не по... Я Бустер мог... сейчас задает? Не-не-не, алло, мужики, здорово. Здорово. Давай, дальше. Руки, блядь, ебать, какой курьер, конечно, попался, блядь, прикольный. Фу, а блядь. А что такое? Подписчик? Не, какой ну подписчик, как? Блядь. Да я понял, что это курьер. Смотри, у него по волосам, блядь, его в зал. Сказать, взяли, не нашли общий язык. В прямом смысле, да? А? В прямом смысле, да? Нашли один рот и один хуй, блядь. Общий язык. Да не, просто чуть не поняли друг друга. Не нашли знания одного общего языка, да? Да. А! Сейчас руки помою, блядь. Мне пришлось спускаться просто вниз его подъезда, сейчас. Ну да, в Москве такое часто можно встретить. Ну чё, а кто там? Кликай? Не допоняли друг друга, он просто, так сказать, не ту квартиру вводил. Не, Илюха сейчас. Такое бывает. Сейчас я? Так Бустер пропустил же свой ход. Да, Бустер пусть. Ну, Бустер задашь 6 Бустер можно просто 6 подряд задать. Да. Так, ну, давайте, мужики. Да пусть сейчас, а потом я после него. Да не, давай ты, а потом Бустер 6 просто задаст, и все. А в чем проблема? Ну, потому что будем по порядку просто идти. Ну, да, да. То есть вы мне просто дайте право на ошибку. Хорошо, давай 6 вопросов задай. А если он... Илюха, скажи, сука, потом он 6 вопросов. Скажи, потом я... Все. Да я просто думаю, типа, как можно ждать. Ой. Творческая профессия. Да. Просто проблема в том, что вот относится к творчеству, блядь. Вот, в этом-то весь прикол, что мы не знаем, что ты. Ты понимаешь, ты к творчеству можешь все отнести там, грубо говоря. Вообще все, все, ну все. Да, но по факту к любой профессии можно подвести с творческого. Да, да, да. Там ты идешь, наверное, знаешь, более точечного хуя. Хорошо, я не... Блядь, хотя... Блядь, мне кажется, вы меня точно не загадывали какие-нибудь там, типа... Ну, на всякий случай, я не офисная работа. То есть, если я не офис, то мне... Не знаю, там, блядь, всякие, типа, менеджеры, маркетинг, секретарша, да, блядь, да. Бухгалтер. Бухгалтер и прочее. Что, ты не блядь? Офисная работа, не, да. Нет, не блядь, не судя по Вадиму, нахуй, это какая-то рофильная профессия. Вадя пытается тебя чуть запутать. Нет, я даже запишу себе рофиль. Я рофлю, сори. Да. Нет, ты не это. Я никто? Ты никто, блядь, реально. Давай, Люх. Так, у меня еще... Давай, Илюшкин. А, в смысле? Я думаю... В этой профессии... Да? Ну, нужна физика. Ну, то есть, имеется в виду, там, какие-то, блядь, не знаю, блядь, как вам описать? То есть... Физические данные? Да. Эта профессия требует какие-то физические данные? Да. То есть, это там всякие, блядь, эти шахтеры и прочее. Непонятно. Это... Опять он ушел. Бля, ебаный ебаклак, нахуй. Не нашли общий язык. Алло, ну что, он угадал? Не-не-не. Кто сейчас, я? Да. Нет. Не-не, у меня последний вопрос. Последний вопрос, да. Спроси, выступает в цирке. Безумно модно. Я могу работать на этой профессии, если мне нет 18? Нет. Нет. Я понял. А это по закону, так можно. Не, ну я отбросил всяких промоутеров, прочую залупу, которые там мой. Да, правильно. Трудоустройство официальное, без типа там, знаешь, каких-то увлечающих. Я таких, блядь. Ну, которые типа вы в школе могли работать. Да, нет, это не относится к этой работе.
Давай, Бусер. Это официально, тут я понял. Да. Ну, честно, домашнюю подработочку можно взять. Блять, это 100% профильный. Если я запишу, мне похуй. Профильная профессия, блядь. Вот, короче, ладно, полетели. Я известен благодаря интернету? Да, скорее, да, да. Ну, да. Что, блядь, ну... Ну, смотри, да. Грубо говоря, давай смотри, так... Сейчас... Ну, да, да? Да. Ну, мне тоже кажется, да. Ну, по факту, блядь, сейчас, что угодно сейчас, может да. быть. Нет, ну, нет, сейчас, да. Нет, хорошо. Не в плане, не вопрос, не можно ли меня найти в интернете? Вот, ну, это Илюха, да, можно все что угодно сказать. А, стоп. А известен ли я благодаря... По факту, все что угодно нет, может нет, быть. Блядь, нет. Давай скажем, что да нет, потому что он запутается. Да, давай скажем нет. У тебя камера выключилась. Ну, по да, бутер бабочка выключилась. По факту сейчас это больше, чем... Не, правильно? Не, мы конкретно отталкиваемся от... Все нормально, пойдем. Так. Смотрите, я реально существующий персонаж. А, нет, ты стоп. Задал это первый я... вопрос, что был. Не пизди, не пизди, не пизди, ошибся, отступился, блядь. Так, я не понимаю тогда вообще ничего. Я не с нашей земли, я персонаж. Ну, если я персонаж, значит, где-то мог должен был светиться, то есть в чем-то. Я персонаж художественной литературы? Нет. Блядь, да сука, кто же? Стоп! Стоп! Алло! Я, блядь? Да. О, вот это уже лучше, ребят! Не лучше. Как, не лучше? Ты персонаж литературы. Да. Окей, я персонаж... Да, я только потом понял, о чем вы. Да, я тоже. Я тупой, сори. Я персонаж... персонаж... Сказок? Нет. Нет, нет, нет. Хорошо. Ты не колобок, если что, не переживай. Еще одно вид, да, есть? Нет. Нет, уже нет. А, уже два, да, он нет был? Было... Нет, у него... Было... У него сейчас еще одна серия вопросов получается. Еще одна. Нет, давай, давай, давай. Нет, почему еще? Он первый, вы можете, он да или нет? Он пропустил. Вообще пофигу, мне. Давай еще, у тебя есть три, да, получается. Хорошо, давай, 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 давай. Я. Не, Люха, ты обсчитался, блядь. Неважно, все, заткнись. Я... Головка от хуя. Хера. Получается, смотрите, давайте так. Я персонаж книги. Да. Да. Я... Ну то, что он с этого зашел, будет трудновато, блядь. Да. Книги. Нет, давай так. Художественная литература. Это единственное, что... Нет. Нет. Художественная литература. Это единственное... Нет! Это не единственное, где меня можно встретить, правильно? Нет. Блядь, вот тут хуёво, дядь. Я... Так все уже нет. Все уже. Да. Сука! Неправильный вопрос поставил! Сука. А, мой да, предмет блядь. Больше, чем монитор? Нет. Любой. А, меньше. Нет. Меньше. Меньше. Ну, смотря какой монитор, блядь. Мониторы бывают... Нет, ну вот как да, обычный, блядь. Дефолтный. 25 дюймов. Ну, нет. Нихуя себе дефолт. Батя? Дефолтный это, блядь. Это лампа старая, нахуй, жирная. Вот такой монитор. Почему в нас мы есть, блядь, 4 на 3, нахуй, такие, блядь. На отцу, блядь, мажор, блядь. Меньше. Дефолтный 25, блядь, дюймов. Меньше, меньше. Ну, хуй узнает. Ну, меньше, да. Нет, то есть, да. Ага. Бля, как это спросить? Ну, вот я снимался в фильмах, это моя мейн работа? Я не знаю, как это... Нет, нет. Смешной вопрос. Это моя мейн работа. Я не знаю, как это, типа, я актер. Не-не, твоей мейн работы не существует. Ебать ты ему подсказываешь, блядь, пиздец. Да, мне нихуя, я down. I'm go down. Holy fuck, holy shit. Очевидно, плюс очевидно. I'm so confused. Next. А я? Да. Да. Головка отхуя. Я не нужен на ИЗО. Стоп, не нужен на ИЗО. Нет. То есть нет. Нет. Я нужен на ИЗО, да? Да. Ну да. Ну, вопрос был не нужен на ИЗО, значит нет. Значит, следующий вопрос, пикантик следующий. Нет, стоп. Я не нужен на ИЗО? Нет. То есть нет. То есть нет. То есть он нужен или нет? Да. Ты что, вообще тупорылый, блядь?
Смотри, если я не нужен на ИЗО, он то есть имеет в виду... Но этот предмет нужен на ИЗО. Послушай. Я не нужен на ИЗО. Да, ты не нужен на ИЗО. Вот какой ответ должен быть. Ну, а что вы говорите нет? В смысле? Бля, русский квантик отупил, нахуй, алё, опарыш ебаный мох, блядь. Смотри, пинь ебаный, блядь. Я не нужен на ИЗО. Дайте так, я нужен на ИЗО. О, да! Ага. Ну вопрос. Ты квантик тогда, блядь. Я использовал это на ИЗО, я сразу говорю. Бля, Вань, замойте, замойте на секунду. У нас опарыш отупевший, нахуй. Нет, я понял. Я, блядь, дебилоид, блядь. Мне замутится? Не надо. У нас просто минус мозга, блядь, на шестом. Ну, короче, я не знаю. Так что, у тебя вопросы закончились, получается. Что такое ИЗО? А я ж спросил. Шестой это ты, кстати, Илю. Я третий у себя, не пиздите. У меня что? Ну ладно, похуй, закончились, так закончились. Не, ну просто ты задал вопрос изначально так, я не нужен на ИЗО, мы говорим нет, ну да, ты нужен на ИЗО. То есть ты, грубо говоря, перефразировал вопрос только из-за одного... Под себя. Да, хорошо. Хорошо. Ой, бля. Жизнь без бровей, блядь. Так, Paramount Pictures. Ну я понял уже, что это. Мне, короче, не понятно, что это Paramount Pictures. Ты можешь его потом как крокодил изобразить? Что? Ну можешь потом изобразить. Крокодили? Да. Чтобы мы отгадали. Да. Давай. Давай сейчас. Не, ну давайте я потом уже на своем... Не, давай сейчас. Давай. В смысле? Ну просто интересно, насколько тебя реально озарило. Не, ну я понял, что это. Хорошо, давай. Хорош. Давай, в своем ходу ты показываешь это без слов. Давай. Че, вы думаете, я не понял, что это? Ну мы не знаем. Давай, кто задает вопрос? Я просто думаю, что спросить. Давай, брат, спроси. Я трансформер. Не, просто вспомнил лицо Кьюхантика такой. Парамаунт, многосерийный, все сходится. Легкое. Трансформер. Не, я просто больше ничего не знаю, только Парамаунт. И на поиски ебаный, блядь. Не, если это не то, что я думаю... то я, значит, не знаю вообще, что это такое. Я говорю, я в школу носил только пикарды. Все. Брат, ты 100%. Ручку и карандаш. 100%. Давай. Хорошо. Мой персонаж добрый? Нет. Ты же, по-моему, задавал, нет? Не задавал. О, спасибо за вопрос. Не особо он дружелюбный, блядь. Мамки. Сразу говорю, твой добрый. Твой по-разному, блядь. Только подсказок. Ну не особо он. Может и недобрым быть. Давай, Люк. Моя... Блять. Хорошо, давайте так, смотрите. Я могу этого человека вызвать к себе на дом. То есть и он окажет какие-то услуги. Могу? Да. И мне сейчас... Га, говори-то. Я шлюха! У меня сейчас разница... Отсосёт тебе там, блядь. Не, у меня сейчас разница между, блядь, предоставлением эротических каких-то услуг и по это, починке и всей вот этой залупе. И что спросить? Ну а к чему сердце лежит? Не, если вы рофлите, блядь, мне кажется, Вадь бы не смеялся над таким сантехником. Это какая-нибудь это... Я предоставляю эротические услуги. Да. Но ты сантехник. Трубочист, блядь, слышишь? Окей. Ты можешь прочистить себе трубу с двух сторон. Не, типа шлюха, мне кажется, слишком очевидно. Вы уже кому-то загадывали, кто еще предоставляет эротически. Ну, Наташа же играла в кто я. Знаешь, загадывали, может, даже не спрашивали. Загадывали. Ну, надеюсь, это не типа шлюха и шлюха, это одинаковые вещи? Ну, типа, нет, шлюха, нет. Совершенно в корне разные, ты ебнулся. Ты что, шлюха, это профессия, нормально. Фильм с этим. С трудовой, блядь. А? Кто еще эротические услуги предоставляет? Шлюх. Шлюхан. Я стриптизер? Да. Красавый Люх. One. Ой, ебан, блядь. Короче, а скажите, пожалуйста, кто-то может подсказать, у линеечки вот такой вот, где еще вот так кружочком можно делать. Какое название? Транспортир. Транспортир, но это не он. А, слава богу. Блядь. Хотя нет, можешь показать его, блядь, как в крокодиле. Я два. Ваня, у вас сложится, блядь.
Ну, значит, если я сейчас то, что я говорю, неправильно, то я не знаю. Ну, то есть, типа, я не знаю этого слова. Ты знаешь. Ты знаешь. Офицерская, блядь, линейка. Это хуйня. Вать, покажи офицерскую линейку, сейчас хуй достань свой. У меня была офицерская линейка. Железная линейка на 50 сантиметров. Мы ими дрались. Я брал офицерскую линейку, вставлял в кружок и крутил вот так вот. Ну, давай, давай, бустер. Мой персонаж как-то фигурирует в школьной программе? Нет. На первой парте. Нет. Я несъедобный. Ну как? Дядь, жрать захочешь, схаваешь нахуй. Возможно, если персонажу мапки. Ты нет, несъедобный. Ну, то есть да. Да, получается да. Ну, короче, я понял. Ну, давай дальше вопрос. Да, да, сейчас. О, что это, блядь? Чё? Почему у меня чат открыт Скруджи? Строго, ты сын. А, кто-то хостил, наверное, хосты дошли. Всё ты, блин. Скруджи. Я сделан из резины. Из чего? Не из резины. Не из резины. Нет. Сука, я не... Сука! Давай, мапки, брат. Блядь, я не... Развиваемся. Ты же спрашивал, блядь, я стою с пластиком, и тебе сказали, да, блядь. Ну, а резина и пластик — это разные вещи. Так ты уже из пластика, блядь. Бля, я даун на туре. Ну ладно. Окей. Допустим, скипаем, блядь. Я мужчина, не мужчина, добрый, но не добрый, нахуй. Пластика. Сука, кто я, блядь? Нет, ты мужчина, не мужчина, добрый и недобрый, блядь, да. Охуеть, ебать, я узнал, сколько всего. Да, у меня печально. Ты вот так вот делаешь тоже. Кто с таким звуком рыгнул смешным? Я сука! Красава. Это чел без бровей. Тихо. Это странный чел без бровей, да, ты сделал? Мужчина. Лёх. Мужчина, но не... Но не мужчина. Стоп. То есть, а ну я человек. Не-не-не. Там показывал, Лёх? Не-не-не. Ты покажешь на крокодиле. Крокодиле покажи, мы так и скажем. Ну, если это не то, то я не знаю, куда ливаю сразу. У меня вариантов никаких нету. Ливаю. Я ливаю, парни, по всем тупым. Ну, правда, я не знаю. Я скажу через 10 минут. А как то слово, которое я говорил? Вот это. Транспортир. Транспортир. Вообще никогда не было у меня его. У меня был. Я его только брал у друзей. На ручку вот так, одеваешь вот так? На ручку крутил, он пропадал, разбивался, и все, и больше у друзей нет. Так это как офицерская линейка тоже. Бусердапка. Мне какое-то ты непонятное гав, положение. Гав. То есть у меня нет суперспособности. Человек... Блядь. Вадя. Да. Свободно на стриме показать свою кредитку вот так, потом перевернуть. Гринскрин, ебать, меня вылез. Ну это не с твоей же кредиткой, у меня же деньги есть. Слушай, у Лёхи для последней ролики реклама есть, бля. Я думаю, мы на Илюху сейчас зря вычем нахуй. Скип, давай, Вадя, говори, что ты там думал, блядь. Я ебался в срак. Нормально было. Не, показывай. Убрали меня нахуй, блядь, вообще. А, давай, Вадя. Угадываем. Потом мне проверить. Давай, крокодил, делай крокодила. Вот так, а стоп, а я не помню, как крокодили же играют. Надо же просто показывать, неважно как, да? Ты можешь, да. Без слов, главное, все. Что это? Что это, большой руль от КамАЗа, блядь? Штурвал! Смотри, вот так ставишь, так. А пока ты можешь стоя показать? Ты маляр, типа? Используй ноги. Нет, я не хочу крутиться, бля, я без трусов. Давай, вставай, так, слышишь? Вот так, складывай. Это гриф этот, блядь, вставляю, блядь, такой. Ну что я? Вот смотри, вот так поставил и так черчу. Ты можешь сказать, кто это? Штурвал, похоже. Закат? Не, хуй знает, покажи еще, блядь. Ну пусть он скажет. Или что? Ну, блядь, ну как мне показать? Ну я не хочу раком вставать. Ну встал, ты не пошел там. Я не хочу крутиться. Ну я в трусах, блин, ты долбоёб. Смотри, брат. Вадь, смотри, вот так. Вот так вот. Нет, я не буду так показывать сейчас. А, ты реально в трусиках? Да! А если тебе надо было срочно сейчас встать куда-то и побежать, допустим, выключить чайник? А я вот так вот делаю. А-а-а.
Ну ладно, пусть говорит. Ну давай, говори тогда. Ну, я, если я не ошибаюсь, я циркуль, правильно? Нет. Да. Да. Нет. Да, циркуль. Завали ебало, стриптизер, блядь. Блин, было мне молчать вообще, чтобы ты в другом направлении шел. Ну, короче, типа, я, смотри, когда ты сказал, что это ты сказал слово, я либо подумал, что это со школы, либо это с какими-то, ну, типа, фильмами. Кентами, которые я никак в жизни не угадаю. То есть, либо массовка, блядь, фильма Paramount Pictures, блядь. Да, масонка в Paramount Pictures, блядь, просто, знаешь, или в этот, блядь, в «Игре престолов», знаешь, вот этот, этот ходяк, который умер 995-м, вот, знаешь, типа. Ходяк. Уяк, блядь. Давай. Короче, давай, у меня... За 7 минут надо справиться. У меня предположений вообще нету, блядь. Смотри, злой... у тебя есть маска, у тебя есть пила. Не, это не то. Можно мне это? Ты тут сидишь, отвечай, Хантик, Бамблби, блядь. У тебя нет маски и пилы, и вообще нихуя нет. Рон, блядь. Ебать, ты говоришь, типа, все, это тебе еще хуже. Ну да, когда знаешь слово, смешно. Я не точно. Хорошо. У меня ты нет его... маски. Да, это твой друг, самый близкий. У меня нет маски. Ты им был до мафии. Смотри. Пылов, что ли? Смотри, да, чтобы не путать, нет маски, получается, у тебя есть маска. То есть да. У меня нет маски, значит, да, у тебя нет маски. Нет, значит, у тебя есть маска. У твоего персонажа вот, есть маска. У тебя есть значит, маска. Ответ да. Да, да, да. Так. У меня есть маска. Спроси пила, может, есть? У меня нет пилы? Нет. То есть да, у него нет пилы. То есть да, у меня нет пилы. Это два. Хорошо, это лучше. Маска. А тут мы знаем, бля, мы у него в сарае не были, может, не есть пила. Подожди. Ты маска сказал или смазка? Маска. У тебя есть маска и нет пилы. Давай дальше, третий вопрос. Все. У тебя есть смазка, но у тебя нет пизды. И у него получается третья, да. Нет, подождите, получается неправильно. Короче, скипайте. У тебя есть масло? Ну, короче, да, у тебя вот, да, у тебя нет маски. У тебя есть маска и нет пилы. Короче, скипайте, потому что там, может, неправильно получилось так, что вопрос... Так что скипайте. Охуевайте с моих вопросов. Нет, мне кажется... Ну, давай бустер ебашь. Я единичный экземпляр твоего персонажа. Да, да. Я персонаж мужского пола? Да. Охуеть. Вот это вопрос. Нет, это у тебя. Так третий, да. Третий, да. А, ну получается, это очевидно, кто я? Очевидно. Барон Мюнхгаузен. Плюс очевидно. Нет? Да? Че, реально? Красава. Ебать. Макс, да? Откуда такие знания, блядь, еще? Че? Кто такой барон Мюнхгаузен? Да, кто это вообще? Ну что, пират, блядь, с Каскинах. Нет, ты не барон Мюнхгаузен. Давай. Я чаще всего используется в доме? Да. Да. Чаще всего используется, блядь, знаешь где? В жопе, блядь. Ну, я откинул сразу это, по идее, ну ладно. Я не, ну можешь спросить, используется в жопе? Нет, не ошибешься, блядь. Ну ладно, как хочешь. Я не используюсь на кухне. Ну, для кого? Да. Нет. Да. Ой, да. Блядь! Я не используюсь. Мне начали эти вопросы задавать. Типа. Ты используешь. Ой, не используешься на кухне, получается. Да, я понял. Я не используюсь на, типа, в ванной, в туалет, там, где вот это все, я не знаю, там. Нет. Ты используешься в ванной, в туалет, там это все, блядь. Да, хуйло ты, блядь. Что там, комната, блядь, кровавая, блядь, прихожая, блядь. Да, ну вообще весь дом, блядь, гостиная, блядь. Давай, мамки, блядь. Мамки! Илюха! Что он сказал? Клоун. А как, ты что, посмотрел, что ли? Не, я просто... Все реально? Да. Да. Не, ну... Нет. Да нет. У тебя ничего нет. Даже это, пиптикал-то красного вот этого на нос, блядь. Вообще нихуя нет. Мавки, да вообще... Бля, вы его путаете, вообще косточа нахуй назовет и все, блядь. Нет, ты правильно скажешь. Я говорю, ты был им до мафии. Бомром. Да.
Ты был им, пока не попробовал виноградного сока, бля, понимаешь? Эликсир волшебный, бля. Да, ты бомж. Реально? Да. Реально? Да, братан, ты бомжара. Ты что, не понимал? Я тебе объяснял. Я тебе столько подсказок дал, пиздец. Мужик, но не мужик. В смысле, ну, бомж. Ты можешь быть и мужчиной, и девушкой. Нет, девушка же может быть тоже бомжом. Бомжиха. Без определенного места жительства. Без определенного места жительства. Это категория. Да. От категории. Аббревиатура называется, знаешь, такое слово? О! Ебаный хуй. Очевидно, плюс очевидно. Развиваемся, блядь. Я добрый, но не добрый. Я мужчина, я мужик, но не мужик. Давайте, слышу, теперь остались три самых умнейших игрока. Давай, говори, говори, говори. Мой персонаж появляется в каждой части фильма? Да, да. А, нет! Нет, стоп. А, да. Уверен? По-моему, нет. Стой, можешь замьютиться? Нет, нет, да похуй на него. По-моему, он в первой не появлялся. По-моему, не, пятница, пятница, но... А, нет, в первой, ой, я долбоеб, просто в первой. Но это тупая хуйня, просто в первой вместо Джейсона была его мамка. То есть, типа, она убивала в виде Джейсона, но это не был сам Подожди, Джейсон. Подожди, а Джейсон, типа, это, грубо говоря, основной персонаж пятницы 13-го? Да. И просто он там вопросы про маску спрашивал, там он где-то был в маске, где-то нет, блядь, у него разные эти хуйни были. Ну, короче, не будем его путать, типа, он везде появлялся. А я не знал, блядь. Все. Так, чтобы... Надо посмотреть только, блядь. Бля. Да, ты везде появлялся. Да, везде ты уёбок появлялся, ебаный. Везде ты самый лучший. Блядь. Нет, ты красавец. Это ужасно, не знаю. Шварь, давайте, блядь. Мне кажется, это нихера не лёгкое, мне кажется, вообще. Это очень лёгкое, братан. Ты связан... Блядь, ну так, наверное, нельзя быть. Он же... Блядь, пришел уже к тому, что Пикантик, он ты просто... Не, он далеко, поверь. Пикантик, ты просто кошмар ебаный, блядь. Ребят, давайте еще, я так хочу в туалет. Кошмар? Я хочу повезти. Блин, что? Ты типа персонаж из фильма ужасов, блядь. А что сейчас? Сегодня пятница? Пикантик, ты меня пугаешь, блядь, уебок. Там воскресенье. Я думал, ты... Короче, я Джейсон? Да. Да. Как догадался? Ты сказал, ты дурак. Аааа! Ебать! Вадя сказал, нихуя! А я просто спросил, в смысле? Пятница ли сегодня, блядь? Вот это да! Подожди, вот сейчас ноль подсказок, давай! А, долбоёб еще с ёжиком разлился. Так, да. Что он? Бля... Вадя всю игру закончил. Да похуй, там неинтересно! Давай со Славой, со Славой охуенно! Слав, давай! Чисто один. Дай я без остановки вопросы задаю. Давай, а у тебя больше конкурентов. Давай, всех убрали, лоху, бля, самый умнейший. Так, я не фигурирую в школьной программе. Я современный персонаж. Да. Я... Обо мне сейчас говорят люди часто? Ну... Нет, кто-то говорит, кто-то нет, блядь. Кто-то говорит, кажется, нет. Я страшный персонаж. Больше... Да. В каком плане страшный? В плане как... Плане... Ну, допустим... Внешность или как? Не, внешность, это не мне судите, бля, как бы. Ну, не, именно ну, вот просто, знаешь, как Джейсон, допустим. Нет. А не такой? Тогда нет. Ну, бля, это спорно очень. Это спорный вопрос. Так, давай. Я как-то связан с политикой. Ты бы... Не-не-не. С наукой связан? Нет. С медициной связан? Нет. Детям рассказывают эти истории? Нет. Блять, я. Так, я выгляжу как человек. Смотри, у тебя. У меня есть какой-то костюм отдельный. Нет. Смотри, дядь, ты задал вопрос. А свой стиль. Ты в середине игры, ты задал такой вопрос. Я типа являюсь только персонажем книги, мы тебе сказали нет. Да. То есть ты еще где-то. Вот, я поэтому и рою, я и рою сейчас, видишь? Ну, то есть. Я связан с искусством. Ну да. Блять, ну. Ну это не очевидно. Я просто не понимаю. Смотри, если я персонаж книги, я не персонаж кино, не персонаж мультфильма. Чего еще могу не персонажа, блядь? Телесериала? Да. Ах, вы уёбки, блядь. Ты персонаж сериала. Я персонаж сериала. И книги. Да, окей. Я обладаю какими-то сверхспособностями? Нет. Я связан со Стивеном Кингом? Нет. Я сериал, жанр драма? Нет. Триллер? В первую очередь нет. 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 Ужасы? Нет. Там же много. Нет. Нет. Ну, ёбки. Боевик? Да. Боевик? Нет. Комедия? Нет. Так ты же сказал да.
Ты спросил, мы уёбки, я сказал да. А, это не вопрос, это утверждение. Так, блядь, ну какой ещё? Фантастика. Да! Нет. Хорошо, я понял, кто я. Заплати ведьмаку. Нет! Нет, как нет? Вообще, ладно, вы можете считать это за фантастику. Фэнтези? Да. Вот это фэнтези, блядь, а что это такое? Это мне фэнтези. Очень много дает, я серьезно говорю. Фэнтези и фантастика огромная разница. Я связан как-то с Гарри Поттером? Нет. Персонаж сериала, фэнтези, сериал фэнтези. Ты персонаж и книги, и сериала, то есть по книге... С Ведьмаком не связано? Нет. Нет. Ну просто Ведьмак это фэнтези, так, что же. Сериал. В дерьме. Блять, а если он не смотрел? Это популярный сериал? Очень. Это... Игра престолов? Да. Я персонаж из Игры престолов? Да. Смотрел? Да, отлично. Я главный персонаж Игры престолов? Нет. Второстепенный. Там их слишком много. Там очень много. Не выдвинуть каких-то главных персонажей. Ну и не посос. Я погиб до конца сериала? Да. Да, блядь, а если кто-то не посмотрел, блядь, вдруг кто-то не смотрел, мы сейчас... Заранее извиняюсь. Подожди, давай не будем, Ну просто кто-то реально хорошо, не смотрел. Хорошо, давай по-другому. Я связан с... Я мужчина даже? Да. Я серый червь? Нет. Ебать, не, нихуя себе ты... Это не настолько персонаж. А, я даже забыл про его существование. Не настолько бэкграунд, да, прям? Не настолько бэкграунд. Не. То есть это более главный персонаж? Да, это более. Да. Он относится к семье Старков? Нет. К Ланнистерам? Нет. А вот, кстати, я не помню. В смысле? По-моему, нет. По-моему, он к Ланнистерам относится. Он же там... Ну, блядь, нет? Ну... Но не родовая часть. Он взрослый? Родовая, да. А, стоп, не родовая. Да, взрослый. Значит, это бастард? Нет, это скорее... Нет. Это не бастард. Он в фильме взрослый человек или... Да, взрослый. Взрослый, да. Он накачанный? Да. Да. Это гора? Крупный. Нет. Это пес? Да. Блядь. Ты понял, почему тебя пса все спамили? Блядь! Вы суки! Я же спросил, я котопёс, ну я сейчас подразумевал тоже пса в том числе. То есть и кот, и пёс сразу, я просто сократил. Вот вы суки, блядь. Я же правильно сказал, бустер, потому что между фэнтези и фантастикой, ну типа, разница реально... Разница огромная. Смотри, фэнтези это то, что использует образы из всяких, знаешь, из древних, типа, мифов, типа, сказок и так далее, драконы. Смотри, я буду иметь в виду, я просто, ну... А фантастика это именно то, что, знаешь, вот грубо говоря, с нуля придумают, там перемещение во времени, там, вот типа, по-моему, то, что изобретает. А фэнтези это образы старых, типа. Я просто подумал, что ты имеешь в виду и это. Не-не-не-не. Бля, дядь, ну это пиздец вообще, вы уёбки ищите. Ну, к этому сложно прийти. Я что-то. Ну, просто я думал, что ты уже пойдешь, когда ты спросил. Я бы, кстати, я бы не угадал вообще. Бля, это очень сложно. Ты сказал, я персонаж. Это прям пиздец сложно. Че, погнали в этот дискорд обычный? Ну, на самом деле, Сандер Клиган тоже сложно, блядь, потому что... Что сложно? Нет, по имени. Ну, типа, потому что он как бы не знал по имени, и не главный, и не второстепенный. Я только, ну, вот я мог сказать, либо Гора, помнишь, которого потом этим зомби сделали, блядь? Ну, Гора как раз же и брат его, правильно? Да, он его брат. Да, он брат его. Жестко, не помню, как в конце запиздились? Да. Блядь, ну, нахуя? Ну, если вы не смотрели, вот... Ну-ка, мужики мои... Если челы не смотрели. Ну, все должны были посмотреть, там такой ажиотаж. Да ну хуй знает. Строго, ты понял, кто ты? Да, так мне Вадя сказал. Кто ты? Вадя говорит. Ёрш. Ёршик ебаный, это ты чё? Реально, я бы не пошел в сторону фильмов ужасов вообще. Я пришел бы к этому слову, конечно. Не, ну это очень сложно, видишь, это надолго по времени было развернуться. Вопросы, слова реально сложные были. Погнали. Мы тебя взяли, ну типа, у меня с фильмами ужасов ассоциируется. Не, понял, я бы к ним не пришел, я вообще про них не думал. Go в DS. Заебали, пиздеть, эти лохи, бля, ебаные, блядь, ебучие, бля, вонючие, ебать, бля, ебаные, блядь. Мяу. Трога, ты меня окупаешь сегодня, прямо сейчас, прямо здесь, блядь, right now, как говорится. Вот, Илюх, серьезно, многосерийный, тут реально, я думал чисто про трансформеров. Я прям вот четко помню, как у них вот это значки вылетают. Блядь, пятница 13-го уже дохуя частей. Да, но я смотрел... Блядь, прибытие, блядь, я смотрел, по-моему, от силы только две части. В космосе, блядь. Джейсон, а тебе понравилось пятница 13-го? Мне? Который новый, последний?
Ну... И мне ремейк не понравился. Ты знаешь, они же слэшеры, они же все одного типа, по сути. Ну, слэшеры, да, но это нет, разве слэшер? Да. Это слэшер, да. Слэшер жанр, это типа компания каких-то людей, да, приезжает, да, в какое-то место. Мне, и... Мне, кстати, вкатывает вот это. Мне, не знаю, мне слэшер силы вкатывает. Ну, это все, это относится к Фредди Крюгеру, Хэллоу, да, 5, да. 13, там... Крик. Крик, да, все слэшеры. То есть есть компания людей, которые захуярят рано или поздно. Ну, мне больше Техас Крезня бензопилой вкатывает. Да. Ну, я не знаю. А это сериал или фильм? Нет, тоже, это фильм. Ну, может, фильм? И сериал, конечно. Но он тоже... Окупай меня! Да. Строго! Так, все, ладно, короче, спасибо. Строго, надо, слышно, дофармить 890 рублей. Алло, Строго. Алло. Бустер, на все бабки форс дроп крути. Уверен? Да. Я тебя, может быть, на нож просто быстренько фарми. На все бабки. На все. 10, F5, 10, F5, да! 10, F5, 3. Пошел нахуй. Может, на живой, дядь? И все? Да. На живой? Давай. Погнали. Что там? Ой, ну. Там вообще пиздец выползал. Что, не знаю. Там керамбит или коготь? Да, там керамбит. Ну там говняный, забосранный. Да. А, это коготь, дядь, это коготь, блядь. 11, бля. Ну чё? Пизда. Апгрейд на 2 этажку и выводим. Нет, не, нет. Бля, не надо. Туда и вопрос нет, я заткнулся. Братан, что делать? Апгрейд еще сильно поебай. Ну давай, поебай плюс похуй, апгрейд делай. Ты уверен? 2 апгрейда, давай 5. Не, какой 2? Хотя бы 1 дай, чтобы. 2 на 20-ку еще, ой, 1 на 20-ку еще. Не. Да, или да. 18? По 68%, по 68 делай. Ну это дядь, один, хотя бы 1, говорю, сделать. Давай вот это за 17 тысяч керамбит. И выводим его. И он нормальный. Ну, давай, делаем! Давай. Делаем! Бля. Да! Делаем, Строго? Бля, ну давай чат решит, окей? Бля, у него голосок вообще балдею уже. Делаю голосование срочно. Очень срочное голосование. Да, ебаш. Хуярю, да? Да. Победка! Да. Да! Сосает нахуй. Вывел сразу же, бля, ежесекундный, бля. Не, это балдежный керач, он вид имеет, нахуй, без пизды, бля, слышишь? Конкретно могу заявить, нахуй. Конкретно без пизды вид имеет, реально ебать заявляет полными, бля, с полной уверенностью, бля, с уверенностью полных штанов, бля, реально заявляет, бля, большими яйцами заявляет, что реально вид имеет, бля, конкретно, бля. Да еще форс-дроп попробую открыть чуть, буквально сколько там... А, 2 кейса могу все бля, понятно. Ну кейс форс-дроп очень окупает, бля, честно. Форс-дроп очень пиздец окупной, я его рот вертел, нахуй. Ну кейс, естественно, сайт хороший. Ой, я пиздился, слышь. Так нормально тебе выпало? Ну, да, один в один, грубо говоря, бля. Теперь ты можешь открыть 3. Еще 2 открываю, похуй. Не краш, сука. Спасибо. Ой, блядь, сайта выгоняет нас, слышь. Прям говорят, ну все.
Пошел нахуй, говорят, слышь. Пошли на фордроп. Ой, на КСФЛ. Ой. Балдёж, кстати, слышишь? Балдёж, блин. Открываем фиолетовый шаг, о, гардиент, выпадает дядя, просто эмоджи Коламбус, нахуй, пиздец, я свой рот ебал, реально срался в губы, блин, реально срался в ухо, ебал. Тебе вебки нет. Реально? Как он делает? Луна поехала. Бусер, чекни лучше. Только с телефона. Член? Не, что там с румой стало, когда это, когда мы ушли. А, я видел, видел, видел. А что ж не на стриме, слышь? Мужики, бля, будьте добрее, бля. Никогда не делайте никому зло, бля. Я ей богу прошу. Вот. Они того не стоят. Ну-ка, где моя бабка? О, вылупился, ебать, со желтом. Они того не стоят, мужики, бля, себе карму портили, бля. Те хейтеры, бля, пошли нахуй. Все хейтеры сосут. Сосут согласен. Просто, бля, реально балдеть от жизни. Ой, бля. Все, сейчас рокбан еще слышишь, ножик выбиваю, ебать, просто балдежный реальный. И можно идти на фейл, бля, с чистой совестью. Ой, бля, какой чудесный лот. Песчаная сетка, бля. Песочная сетка, бля. Молодежный прайс, бля. Ну ладно, главное, что уже вывели, может. Ждем продавца, бля. В ожидании продавца находится. Яйца. Так, 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 так. Ты на фейл пойдешь строго? Ну как? Так. Ну сам будешь ставить? Не монтаж. У меня 50 баксонов, я готов. Реально? Да. По крупному, да, будем хуярить? Да, да, очень круто. Нихуя себе еба, нихуя себе еба, нихуя себе еба, нихуя себе еба. Кстати, мужики, мы медленно, но верно движемся, бля, в сторону моего трека. Мы там с Молодым Принцем списались, помните, этот, который Диса записывал на Мокрицу, бля, на генерала, на Сейгера, блядь. Хочу себе этот свой тречок, бля, ёбнуть, ну, фит ебанём, бля, балдёж будет. Рыбчинку записать, бля. У тебя будет хуйня, не выпустим, бля, будет не хуйня, сделаем, бля. Очень душевно, блядь, очень-очень душевно, очень трепещущие, щипательные, бля, балдёжные. Вот, и спасибо тебе за субскрипцию. Как бы далеко бы я ни был от тебя, I'm really need, I'm really love you. Как бы далеко бы я. И даже балдежный трек, бля. Бля, такие композиции душевные обожаю, бля. Бля, ну у меня что с деньгами так это? Вот баланс весь сейчас, бля. Здорово, здорово. Бля, вот этот нож я просто обожаю, потому что он закаленный в хуях просто, ебать. Но в то же время он охуенно выглядит просто. Это керамбит. Ну да, ржавый, бля, да, обоссерный, бля. Но он балдежный, реально, бля.
Слава. И как бы далеко бы я ни был от тебя, I'm really ninja, really love you. Я знаю, ты со мной, я для тебя семья. Густер. Да. Будет косфейл. И как бы далеко бы я ни был от тебя. Не, не, сегодня без него зарк. Кто, кто? I'm really need, I'm really love you, бля. Ёбаный сыр, бля. Мужики, ну чё же вы пытаетесь, бля? Я услышал, бля. Я найди никого. Need, это по-английски, бля, нуждаюсь, типа, бля. Это песня про маму, ёбаный сыр. Ребят, песня про маму. У вас, бля, мысли вообще что-то, бля, не в ту степь. Бля, дай бог здоровья, Фурзропу, бля. Балдёж, блядь, ножик спиздил, блядь, всё. Долгое время тебя никогда не хотел оставлять. She's mad, she's mad. Не-не-не, маму строго я тоже очень люблю, блядь. Но люблю так, знаешь, что это мама моего друга, блядь, понимаешь? Значит, это волшебная женщина. Да вообще все мамы, блядь, замечательные. Блядь. Мужики, промокод бустер 30% к пополнению, блядь, реальный балдёж. Реальное удовольствие. Знаю, ты со мной, я для тебя семья. I'm really need, I'm really love you. И как бы далеко бы я не был от тебя. I'm really need, I'm really love you. Знаю, ты со мной, я для тебя семья. Как балдёж, бля. Так, полетели на фейл, вообще я закину баблишко. Сколько заливать? 15 тысяч. Мой маленький город, огней немного так. Пау, бля. Но есть дали то, что никогда никому не отдам. И как бы далеко бы я не был от тебя. Биг срака. Такие, знаешь, старческие песенки, бля, но в них какой-то, бля, какой-никакой смысл имеется, балдежный, бля. А очень важно, знаешь, правильно направление двигаться по жизни, бля. Она охуенная, бля. Бля, спирит, нихуя, кстати, красивая. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опроки. В каждом наброске, в каждом черном веке. На 3,5 заливаем за лупу эту ебливую, блядь. Так, и делим мой банк на $50, начиная с 50, бля. Спокойно, знаешь, вообще без всяких, бля, лишних телодвижений, бля. Выполняем данные манипуляции, бля. Всю мою жизнь я иду ко дну. Всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Прошу прощения, ребят. Бля, у меня уже столько ножей, столько всякой хуйни. Они сказали нас, поздно спасать. А что там у Цоя есть? Что еще писать есть у Цоя? Я реально не так много слушал Цоя, но вот это просто, это охуенный такой трек, реально. Это пизда имба вообще, просто дикая, бля, жирная имба, бля. Это смачная, бля. Дикая львица. Ты моя царица. Я себе вчера такие перчатки свои ловил, балдежные, бля. Хуеть, 49 тысяч, бля, за какие-то обмотки ебаные, просто, бля, слышь. Какие-то повязки обосранные, бля, с трусов резинки сорванные, бля. Ну, что поделаешь, бля. А, ты уже что-нибудь сказал? Да, ой, прости, пожалуйста, брат. Без обид, реально. Говори, прости, мы ставим с тобой. Бля, балдеж, то, что, слышь, то, что. Закрой дверь. Прикольно, что, типа, пацаны, которые меня смотрят, блядь, ну, типа, они кайфуют с такой хуйни, то есть, это песня даже не моего поколения, это реально, типа, песня Димана Алекса. Но они охуенные, это реально классик. Чего? Ёбак. Кто, я? Да нет, да я шучу, не пизди, блядь. Мне еще Трофим нравится, бля, паскуда ебаная, бля, залупа ебучая, блядь. Сорвала, сука, ебливая, блядь, шалава ебаная, блядь. Солнце мое, взгляни на меня. Ха!
надежда. Если есть порох, дай огня. Бадыщ. Бадыщ, блядь! А, нихуя, блядь. Вот на 1-3 бадыщ пишут. Я сейчас не подожду туда шару. Плюс вообще падло, как ты без палец убивать. Блин, много, много реально душевных песен есть балдёжных. А, точно, мужики, викторина, которая от Файва переносится, по-моему, если не ошибаюсь, на завтра. Да, по-моему, она завтра будет, мужики. Они там готовят сервера, бля, чтобы никто не додосил там туда-сюда, бля, чтобы балдёж был полный. Ебать, я не успел. Хорошая ставка, бля, балдёж не упал, бля. Пиздец, я на 2 лын. Сейчас все собирают на покер. На нахуй 60 бачей хоть 1-4 от донатов. Быстро ставь, быстро. Ссылка удалена. Вот пруф, и ты мне есть реквизиты. Да, я соболезную, я чекну, дядь. Да, сегодня должен был быть благотворительный стрим, мужики, но я что-то забыл, бля, просто сбор поставить. Найс! Ну так как сегодня не поставил сбор, там сумма-то маленькая набралась. Мне сегодня задонили, может, 1004. Типа, это не такие большие деньги. Ну, типа, они не. Это, значит, не прям какая-то весомая сумма. Сейчас я посмотрю, сколько мне задонили. Donation alert. Давай, габенчик, давай. Пошел подъем. Я на двоечку, десяточка еду. 6 тысяч мне задонили. В смысле? Так я имею в виду, в чем я зажрался? Прям сейчас? Я говорю то, что отправлять на благотворительность. То есть, естественно, любая сумма это приятно, но, типа, можно собирать гораздо больше и отправлять. А я, типа, не поставил эту хуйню. $100, да? Да, я почекаю все. Просто, мужики, я честно скажу, очень много наебывают вот на такие темы, блядь, туда-сюда, нахуй. Типа, знаешь, там, под прикрытием, так сказать, благотворительности, туда-сюда. Люди просто обманывают, бля, в наглую. Меня лично, бля, обманывали несколько раз, блядь. Буду, бля, как бы говорить, когда, блядь. Потому что ты как бы делаешь из добрых побуждений, бля, а тебе просто, грубо говоря, наебывают, блядь. Причем меня и в жизни наебывали так на бабки, нахуй, вообще пиздец. Хочешь помочь человеку, даешь ему, оказалось, что он напиздел, блядь. Пиздун. То я пиздун. Вот. Не-не, ну, про ветеранов это не наёб. Злой, да, я вообще респектовал, да, за то, что они, типа, в такой движухе участвовали, но, типа, это мои пацаны и красавчики, я их люблю, блин. За это им реально огромный респект, типа, но, к сожалению, я тебе говорю, иногда побуждение реально, ну, это очень важно, побуждение, потому что, видишь, ты никак не знаешь, типа, кому ты донешь, наебут тебя или нет, там, туда-сюда. Но важно, что ты делал, типа, из добрых намерений это. Не ждал какую-то отдачу, ничего, то есть это не инвестиции, какие-то акции, это просто пытался помочь человеку. Ну я говорю, мы никогда не узнаем, так это или нет, мужики. И мне не хочется в этом рыться. Я не люблю всякие, так сказать, в грязном белье рыться, блядь.
Это дело человека, типа. Если это так, ну, если ты реально пиздешь, ну, это грустно, что я могу сказать. Все, я больше ничего не могу сказать. Если не пиздешь, то, ну, я рад, что я помог как-то. Вот и все. Сейчас катапса нахуй, слышишь, ебанет, блин. Лично я ей верю. Ну там есть два расклада, я просто не хочу это на стриме обсуждать. И такие, бля, ебаная жопа, блядь. Сука, пизданула из-за лупа, блядь. Старик споткнулся, блядь. Вот, там есть типа два расклада, я не хочу на стриме их обсуждать, потому что они просто чуть-чуть с подтекстом таким запрещенным. Вот, типа... Да ебаная хуйня! Говно. На X2 ставлю. На X2 ебал. Мы котопёс, пёс, пёс, котопёс, пёс, пёс. Давай, сука, блин. На базу. Не, я хочу на двойку минимум, дядь, я не хочу сайт ливать. Давай, давай, давай! Балдю, уф, бля, балдю. Бааа. Сейчас тоже, по идее, должно 1.4 где-то дать. Плюс. Мне тоже так кажется. Три каша подряд, это просто пиздец. Три каша, это вообще пиздец, дядь, просто нахуй. Я первый раз такое вижу. Если... Дядь, я видел, бля, гораздо хуже, бля, ситуация была, бля. В тот день биржа обвалилась, нахуй. Рынок потерпел такой крах, бля. Все акции обесценились, бля. Моя брокерская... Уф, балдёж, бля. Моя брокерская карьера пошла ко дну, бля. Брокер Бухтеренко, бля. Скоро, скоро, приду, приду к Ваде, мужики. Я сегодня, да, я поиграю в крокодил. Я сказал, что на каточку надо залететь. Ой... Слава, что там с конкурсом? 29-го результата, мужики, 29-го числа делаем итоги, 29-го числа будет балдеж. Будем смотреть работы, блядь, отберем самые лучшие. Вы можете участвовать в ВК, мужики, в закрепе условия конкурса. Если вам реально интересно, можете поучаствовать. За первое место можно урвать там 25 тысяч, туда-сюда, ну реально можно, короче, бабло поиметь. Турман в голове туман, ай-яй, мама-мама, в душе только ран. Блядь, да слез, сука, блядь. Знаю, дурман в голове туман. Ай, мама-мама. Что говоришь? А! Ух ты, сука, бля, не успел поставить. Может, крашнет? Да хуй там, слышь, кажись. Нихуя не крашнет, дядь. Нихуя не крашнет. Нихуя, сука. Нихуя не успел поставить, сука, блядь. Как вармилка, бля, охуенно. Не нравится только одно, что подсветки нет, дядь. Ну, без подсветки, знаешь, все равно я привык, ну, что какой-то клава горит. А у тебя же есть, типа, свет? Есть? Свет на стол, на тебя? Ну, есть, да, но все равно это не то, знаешь, именно вот визуально мне просто в плане красоты нравится, бля, когда клавиатура, бля, горит. Тогда бы въебал себе. Анна же лучше, да не, не сказал бы, не сказал бы.
Перед пацанами на понтуйся, бля, придешь, а я в рот ебут. Понтоваться не будет. На вписке, бля, понимаешь? Да как строго говорю, если даже понтоваться не будет, рвот, нет? Не, у строго это не вообще, это чуть другой случай. Строго там понтуйся, не понтуйся, все, все когда отъебут все на вписке, блядь. Вообще похуй. О, балдеж, бля. Ладно, 300, бля, да, еще последнюю ставку, бля, урву. Хотя ладно, все, буду уже завершаться, у меня водичка уже. Чей, вебка легла, ебаный сырник, бля, ебать мою попу. Она у тебя 3 раза сегодня легла. Она больше аж легла, это из-за того, что я, блядь... Что, снова провод? Вот этот не, китайский. Нет, это из-за того, что я, блядь, уронил эту хуйню, как она называется. Мужики, на фарсе и на CSFL промокод бустер. Теперь, блядь, что я делаю, нахуй? Вот так вот, блядь, включаю фуллскрин, блядь. Сейчас замучу, Зарк, 2 секунды, блядь, с пацанами по базарю, блядь, по душам, нахуй. Ой, блядь. Что, ты уже поговорил? Да иди нахуй, еще замутил сюда. Нет, ты замутился, я размутился. А, дури? Так, сейчас откроем. Я только что услышал, что у меня ставку сорвало, но это похуй, это все у меня еще жизнь, блядь. Короче, мужики, что я вам могу сказать, блядь? Спасибо большое, что посетили потоковое вещание. Дай бог вам здоровья, бля, благополучия, бля, все самое наилучшее. Да сука ебаная! Все бабки нахуй слил, залупа ебливая, блядь. Шлюха, блядь. Мразь, блядь. Дай на 2 пробу поставить. Прошу прощения, блядь. Сорвался, ну. Вот, блядь, дай бог сейчас сорвется, блядь. Вот, парни, берегите себя, бля, реально кайфуйте, получайте удовольствие от жизни, бля, берегите своих близких, бля, ловите момент, наслаждайтесь, бля, каждой секундой вашего времени, бля, потому что время, оно так быстро проходит, пиздец, бля. Вроде, блядь, только вчера, нахуй, шкалером был, ебать, а сейчас уже, блядь, время реально незаметно летит, только вчера, бля, на карантин, нахуй, дома оставался. Оно пролетает, бля, время идет, никто, к сожалению, из наших близких не молодеет, бля, только стареет. Вот, поэтому я вас очень прошу, мужики. Цените реально каждый момент, наслаждайтесь, пытайтесь его прям прочувствовать максимально сильно, бля. Если у вас есть с этим проблемы, бля, попробуйте углубиться в литературу, реально самопознание. Есть хорошие книги, допустим, книга Экхарта Толле, бля, «Сила момента сейчас», бля. Вы, может, вам сейчас скажете, что я какой-то долбоеб, нахуй, матом пизжу через каждое слово, бля, но говорю, там за какие-то книжки затираю туда-сюда, нихуя, бля. Это реально крутая тема, пацаны. Это реально балдеж, бля. Развиваться это круто. Быть, блядь, быть крутым пацаном это охуенно, бля. Начитанным, бля, балдежным, бля, со здоровенными яичками, бля. Это реальный кайф, бля. Все, парни, я полетел, бля. Берегите маму, бля. Цените ее, нахуй. До свидания, ребят.